Ну, вот с образованием недавно ко мне приходил человек наш из Питера, такой интересный. У него 6 детей, и уже старшему за 20, и он ни одного ребенка в школу не отдал. А он планирует, значит, создать вот саморегулируемую организацию. И на что он рассчитывает, что будут, ну, то есть потом выдавать документы, а дальше уже работодатель пусть думает, хочет, берет Минобровского специалиста, хочет ну, вот нашего. Альтернатива, так сказать. Ну, да. Если получится. Интересно вообще, да. Да, конечно. Потому что, действительно, школа – это беда сейчас. Тоже, да. Школа, конечно, беда. Но очень много, конечно, последнее, что это от учителей еще. Вот в этой-то местности, я думаю, тут еще… Здесь не так. Тут все-таки, во-первых, навеяно, так сказать, вот годами люди переезжали, те с разных уголков страны, кому все-таки Пушкин и культура наша русская, ну, сказать… Как-то. Это во-первых. Во-вторых, конечно, ну, вот это, собственно, главное. Ну и потом все-таки, конечно, глубинка тут немножко еще не так. Вот. Хотя, конечно, тоже нюансы определенные есть. Ну, тут, конечно, от родителей в большей степени это зависит, естественно. Если... Так, про чай расскажите. А про чай? Ну, чай – это травы. Это такой общий… Травы местные или… Не совсем. Это у нас травы, я думаю, сейчас скажу, тут часть с Алтая, это такой разный сбор, такой интересный. Тут и зверобой, и прочее, тут очень много видов трав, но такой общеукрепляющий, такой, естественно, нагрев идет, хочу сейчас угостить такой уникальный наши продукты. Так, давайте я вот в эти блюдочки буду их класть. Значит, это расскажу пока. Ну, у меня, вот я говорю, одно из видов направления деятельности – это экопродукты, а… Это клубника. Это у нас полевая дикая. Она, конкретно она, с Липецкой области, хотя в Пушкинских горах и Псковской тоже есть. Это та самая, с которой селекция потом пошла, той самой клубники, которую мы знаем. То есть она вкуснее земляники даже. У нее необычайный такой аромат, тонкий, глубокий. А готовите вы их что, просто роягода или… Да. Ее… Все-таки она перетирается. Перетирается. Ступками, такими вот деревянными пестиками в эмалированных баках. Потом добавляется сироп виноградный, сыроедный живой сироп, такой виноградный есть. Сироп? Да. Всего лишь 15% в данном случае от массы ягоды. То есть, ну, практически чуть-чуть, чтобы усилить такой вот аромат и… Немножко сладости. То есть в пределах такой совсем небольшой погрешности, но это… Ну, то есть сладость за счет сиропа, не за счет сахара? Да? Нет, что, какой сахар, не дай бог, никакого сахара. Да. У нас вот и мед, это в основном, если сами вот дикие едим. Ну, я еще угощу и мед, просто хотел вот сначала… Сейчас, немножко. Сироп. Ну, какой, да, вкус особый, да, аромат, правда, такой вот? Вот я сейчас… Вот эта земляника… Тоже не абы как. Тут даже влияет момент сбора. Если это после дождя или влажно, она уже влажность больше, вкус быстрее портится, не тот вкус. Очень важно быстро на месте сбора переработать, ну буквально час-два, чтоб три, и моментально в глубокую заморозку. Вот как она хранится? В глубокой заморозке. И вот сегодня утром разморозили из морозилки, а у меня -25, -28 там. Бог это -25, да? Ну, да, ну мы замораживаем вообще там -33 там, но это не важно. Ну, так можно хранить. Вот мы, если -25, можно хоть 10 лет хранить. Вот это 4 года. Не теряя, потому что, ну, заморозка это единственное то, что природа создала способ консервации. Ну, это известно, природный, что. Ну, естественно, ну, посовот пшеницу, пшено. Заморозь потом, посади, прорастет, вот и критерии истинные. Значит, это истинно. А то спорь, я вот поражаюсь, знаете, порой, да, как люди спорят, вместо того, чтобы просто посмотреть, вот я говорю, в книгу, единый, истинный, вот это природы. Ну, вот проверь. Говорят, вредно заморозить, можно сыроедом или нельзя там заморозить. Я говорю, ребята, ну посмотрите, клетку вот заморозьте или вот группу клеток, сложнейший организм, зародыш, чтобы вот, вот пшеницу, рожь, овес, если она у вас прорастет после размораживания, вот вам ответ уже, природа вам ответит, а не я или кто-то другой. В природе так все просто. Просто люди усложнили всю жизнь. Горе от ума, что называется. Ну, это сироп, это загустевший. Там, да, там такая целая сложная технология, как его получают, этот сироп. Он есть у нас и топинамбура. Сироп виноградный. Тоже топинамбура мы используем. Но он имеет свой специфический запах. Поэтому в
таких нежных ягодах, чтобы не затенить вкус, мы именно виноградный, нейтральный. Бесплодовый, то есть. Он где-то в продаже бывает, да? Сиропы. Да, мой знакомый один экспортирует, в Италии производит. Но топинамбур у нас в стране. У меня есть и вот чернику, такие ягоды, как калину. У нас 20 видов ягод. Вот, вот такой технологии. Я ее придумал. Ну, как бы автор технологии, вот, что называется, вот только у меня, ну, в мире выходит, что она и есть. Это вот, так сказать, вот такая технология, когда потом просто глубокая заморозка на месте, потом именно вот с определенным процентом, ну, везде этот процент разный сиропов, разумеется, от ягоды зависит. Вот, и потом это взбитие такое происходит. Поэтому она, даже вот если посмотреть, она такая беловатая. У нее как вот, ну, как с кислородом, с пузырьками, вот эти, как крем, как завар, ну, как получается, как такой, как взбитое со сливками, да, только вот воздух и все. Это ладно. Я вам потом, ну, попозже, потому что, чтобы вкус не перебивать, напоследок еще потом мы, знаете, чем угощу? Интересным сыроедным живым шоколадом. То есть он по вкусу, как какой-нибудь элитный, там, бельгийский, там, из бутиков шоколад по вкусу, то есть ничем, но это натуральный, при этом сыроедный абсолютно. То есть там ни одного вареного выше 38 ингредиента нет. Вот, я тоже расскажу, если будет интересно. Конечно, интересно. А то Вася уже воспитал себе устойчивую ненависть к шоколаду, у него уже психологическое невосприятие идет. Ну, потому что тот шоколад, конечно, какао-бобы, как и... так сказать, вот эти вот кофе, зерна, они при жарке образуются очень разные канцерогены тяжелые. И вот это вредно очень. Но что касается живого, в шоколаде очень много биологически активных веществ, помимо витаминов, жирных кислот. Это полезный продукт, в принципе, пока он термически не обработан. А термически это все-таки больше 38 градусов или 60? Нет, тут вот какая штука. При 38-43 разрушаются... скажем, четвертичная структура белка идет, то есть ферменты, например, вот фермент, энзимы, вот этот фермент, они разрушаются, но первичная структура белка разрушается при 70 и выше, поэтому в биологии есть такое понятие полная необратимая денатурация белка, она возникает при 70 и выше. Что значит полная необратимая? Это значит, жизнь утрачена, информация утрачена, ДНК плавится при плюс 70, вот и все. Дальше думать ни о чем даже не надо. Можно это есть, нельзя, нет, можно что угодно. И вниз головой прыгнуть можно, и, так сказать, с моста 10 раз пройдет, или 100, один трос оборвется, и, так сказать, человек попадет. Именно так и происходит у всех. Потому что сотни миллионов людей на нашей планете умирают от вполне объективных болезней. И правильно говорил правильно и Павлов, что раньше 150 насильственная, считаю я, смерть. И Углов, который тоже высчитал это только по-другому. Ну, то, что, например, вот... животное, когда половой зрелости достигает, а сколько оно потом живет, да, там, и вот этот процент посчитали, ну, вот, да, и вот, что человек тоже 130-150 лет, так оно так, более того, наука даже, вот, когда открыли в 94-м или 6-м году вот этот теломеру, это защитные колпачки на хромосомах, которые, вот, собственно, количество делений клеток, это как в том мультфильме, вот, «Тайна третьей планеты», только наоборот, что вот, уменьшается слой, и погибает, когда срываешь растение, и запечатлевшую картину оно выдает. И вот примерно то же самое, 50-60 делений по 2 года, ну, то есть вот, ну, 120 лет. Там только не учтено другое. Они брали обычного человека с тем обменными процессами, которые есть, и поскольку у людей высококалорийное питание, то клетка прожигает свою жизнь, то есть раньше положенного срока она отживает. То есть она не 2 года, а так бы 5, может быть, делилась, и, то есть, вот, то есть, ну, жила бы. Вот, ну вот это вот не учитывается. Вообще много чего не учитывается. Даже общие анализы крови, они же для кого нормой являются? То есть вот. Ну да, норма среднестатистическая. Конечно, норма причем эту норму подгоняют сейчас, о чем и профессор Кэмпбелл и другие вот постоянно. Вот, например, количество холестерина у нации, например, народа, значит, увеличивается, или, ну, гамбургеры и прочие булки, жиры, картошка и с маслом, и увеличиваются, и уже нормы меняют, понимаете, ставят, да, уже выше норма, то есть, да, это вот это еще интересный момент такой. А вот он, тот же профессор Кэмпбелл, в библиотеках сидел, там, много-много лет назад, и говорит, я смотрю на историю, там, 19 век, в начале 19 века больше половины ученых понимало пагубности и неестественности потребления мяса и так далее, то есть это вот все изменилось в конце 19 века, когда создавали теорию сбалансированного питания, вот это вот, когда пытались в рамки науки всю сферу человеческой жизни загнать. Ну, скорее, может быть, науку подводили, под интересы корпорации, да, уже. Да, то да, есть, уже появились крупные
корпорации, совершенно верно. Надо было сбывать все это. Да, да, да. Вот. Сколько можно заработать, если бы ели. Да, да. Конечно. Да, ну и вот. А это же наркомания, пищевая наркомания тоже наркомания. Тем более, когда человек ест мясо, морфины образуются в мозгу, это сродни, то есть героиновым. Это еще тот наркотик, да. Это наркотик. Поэтому люди и зависимые. И они пытаются потом уже подстроить, так сказать, как вот Макаревич, да, лучше мир прогнется под нас. Ну, то есть, как бы, так сказать, оправдать, дабы свои желания, пристрастия, пищевые там и все остальное. Пытаются вот любую цепочку, лазейку найти и придумать порой, в основном придумать, конечно, чтобы оправдать вот эту свою, так сказать, любимую куриную ножку на столе или бифштекс. На самом деле оправданий здесь, ну, разумных нет никаких. Вредно, вредно. Ты убиваешь животное, отнимаешь жизнь. Это раз, значит, ну, тут лучше Толстого вряд ли кто-то. Вот первая ступень, достаточно посмотреть, и все это, так сказать... Я не знаю, это что еще тут можно сказать? Какие могут быть после этого оправдания вот, перед совестью? Никаких. Это первое. То, что ты убиваешь себя, это уже даже он, не знаю, там понимают, ну, кому не, даже Невзоров, вот который Невзоров, да, он очень хорошо по этому поводу его пригласили. Двое таких есть, такие кальмары, ну, да, они так себя, ну, передачка такая, где, так сказать, два человека, и вот вроде нападают, атакуют, ну, там пытаются. А ему так говорят, а, мол, у вас, говорят, и такая какая-то вот особая позиция, вы и мясо не едите, типа, мол, что-то такое. Он говорит, а он хорошо им на это ответил, то есть вот тоже так, а то они вроде умные такие. Он ему говорит, ну, вообще-то я и картон не ем, и битое стекло, и вообще ничего несъедобное не ем. Ну как же, это же вот и начали, это же вот аминокислоты, вроде говорят врачи, там, как он им хорошо на это делает, вот кто не смотрел, просто вот там 3 минуты, 4 буквально отрывочек, вот очень советую посмотреть. Ну, Невзоров, да? Хоть и курит человек, но говорит, да, это я вот, говорит, да. Нет, но там он им сказал, вы так очень любите цитировать умных дядечек с телевизора, тогда послушайте, там есть и другие дядечки, которые вам прекрасно расскажут, что это. Говорит, у меня онкологии желудочной, по крайней мере, в ближайших планах нет. Они говорят, а что, если есть мясо, то будет? Он говорит, ну, вы же так любите вот этих слушать умных дядечек. Вы послушайте, что и будет естественно, говорит, то есть и так далее, объясняет. Нет, насчет онкологии и мяса, это вот из 100%, 100% будет, ну, там только не обязательно желудка, это может быть любого органа, если раньше просто человек не умрет от инсульта, инфаркта, то есть тех более быстрых, так сказать, проблем, которые возникнут раньше и приведут его к концу своего пути, потому что это неизбежно. Это долго объяснять, но то есть это связано и с вот этим процессом митоза, бесполого деления клеток, накопление ошибок. А? Рыба тоже входит. Ну да, животные белки. Любые высокомолекулярные белки, которые природа, боги, там Бог, неважно, мы сейчас вот, значит, создали для конечной цели жизни, существования данного конкретного вида, а поскольку двигательная активность, все прочие сложные проявления высшей жизни основаны на строительных элементах, сложных белках, то конечная задача была построить данное тело для жизни данного тела, организма и так далее. Когда мы не говорим о узкой группе хищников, и, кстати, хищники – это не венец какой-то, там, как вот нам пытаются, это значит, это все лишь утилизаторы, это те, кто не дает в экосистеме, в сложной биосфере, в целом эпидемиям развиться, чтобы жизнь не была уничтожена, они выполняют сугубо такую роль определенную. Вот. А самые активные подвижные животные, понятно, что не хищники, они быстрее изнашиваются, то есть энергия заканчивается, у них меньше энергии, они не могут, как антилоп, и стон, гепард, он может пробежать 300 метров, 500, так сказать, с огромной скоростью, и потом все, он уже, так сказать, количество сердцебиений просто не дает, он температуру повышается, он просто умрет, если будет дальше. А некоторые виды антилоп со скоростью 100, не 115, как гепард, а могут бежать там 100 километров. Выносливость другая. И это естественно. А знаете, почему? Все очень просто. Вот космос, Солнце, вот Солнце, нам дало энергию. На этой первичной энергии живут все живые организмы. Но как? В экологии, а экология – это такая фундаментальная биологическая наука, которая изучает взаимоотношения организма с собой, с окружающей средой, да, и надорганизменные системы различных уровней, от популяции до биосферы Земля в целом. Так вот, есть такие группы живых существ, называются продуценты. То есть они образуют первичное органическое вещество. Это преимущественно зеленые растения. Ну, есть еще хемосинтезирующие бактерии, но об этом... И в листе, в любых тканях, частях растения накапливается это органическое вещество, которое синтезируется из, понятно, солнечного света, энергии, минералов земли и углерода. И, в общем, водород, углерод, вот, собственно, и все. Ну, азот еще, это белки, да, по большому счету. А плоды – это концентрат энергии солнца, минералов земли. Вот что это такое. И вот есть группа
животных травоядных, которые едят, понятно, преимущественно грубую растительную клетчатку, у них есть свои определенные механизмы для переработки и выделения из них, скажем так, строительного материала, таких же белков и так далее. Там кишечная микрофлора работает в основном из-за нее, да? Но у нас тоже есть кишечная микрофлора. Просто другой вопрос, что мы патогенную размножили в себе, поедая мертвую, вместо кишечной. И подавили, конечно, что априори более крепкая, подавили просто симбиотическую, которая у каждого с рождения, ну, и есть. И... Потому что мы минуем, мы вот, у нас есть молочный период, когда мать кормит тебя молоком, это естественно. И в любое животное в природе кормит молоком, потом переходит маленькое животное на видовое питание, как миллионы поколений до него, без единого исключения. И только человек пьет, лакает молоко других видов животных. Это вообще безумие, безумие. А мать закончила тебя кормить, ты перестал быть грудным ребенком молочным. Любое животное в природе, существо живое, высшее тем более, переходит на видовое питание, то есть то, чем питается данный вид, все миллиарды там особей за миллионы лет. Исключений нет. Ну, если ты делаешь исключение, да, ты можешь вроде жить, все, но вот именно что вроде и как. Что происходит с... Понимаете, да, менялся климат, да, конечно, люди какие-то, народы переселились, какие-то остались, приспособились, пытались, все понятно. Кто будет говорить, я, так сказать... Ну вот была блокада Ленинграда, люди вынуждены были, ели что угодно, и кто может за это их, так сказать. Но когда уже у человека есть инфа, когда он все-таки начинает понимать, ему дали эту информацию, тогда уже что он будет делать, он уже не скажет, что я не слышал, по крайней мере. А дальше совесть его вот, что подскажет. Убивать животных и участвовать в этом, и потреблять мышечную ткань, ну, которую мы мясом называем, трупов животных, от этого будет благо какое? Оно не может быть ни с какой точки зрения. Ни с нравственно-этической, энергетической, до там, гормональной, так сказать, и да, биохимии простой. Потому что любой высокомолекулярный белок, вот от чего мы ушли, он является антигеном. То есть в биохимии это значит, что попадая в организм, любой высокомолекулярный белок, он попадает полностью непереваренным через тонкий кишечник в кровь. Все равно малый процент, очень малый, но всосется. Потому что сложные белки не могут в пищеварительной системе человека, особенно в желудке, даже благодаря желудочному соку кислому и ферменту пепсину, разложиться до аминокислот. Ну и даже фермент трипсин, который выделяется поджелудочной железой и через общий желчный проток впадает в 12-перстную кишку, все равно не может. Там уже щелочная среда, он не может доразобрать сложные белки. И даже патогенная микрофлора, кстати, она нам, с одной стороны, нас как бы убивает медленно, с другой стороны, не дает сразу умереть, потому что она поедает как раз те вареную, жареную пищу, значит, вот те самые белки сложные. Но все равно, не до конца. И вот эти маленькие проценты всасываются. А что произойдет, если в кровь попадает высокомолекулярный белок? Моментально возникает реакция антиген-антитела, когда наша иммунная система синтезируют вот эти лейкоциты, Т-лимфоциты, макрофаги, иммунные клетки, которые у каждой своя задача, и они уничтожают высокомолекулярные белки. То есть, а что это такое? Это вирусы, бактерии, грибки и белок съеденной куриной ножки. Разницы никакой нет для природы, потому что реакция-то идет не на название. Это мы, люди, придумали название. А реакция идет на структурный элемент. То есть, на высокомолекулярный белок, который не был создан в этом организме. Ведь у нас каждая клетка нашего организма, любой ткани органа, имеет органеллы. Ну, понятно, там есть такие органеллы, рибосомы. В них происходит сборка, биосинтез белка, который мы в школе учили, да не поняли. Идет биосинтез белка. Это значит, что из аминокислот, из этих структурных элементов белковой молекулы, да, строится, собирается белок, который данной клетке, в данный момент времени, и только так, и только знает, как говорится, там, Бог, так сказать, природа, и только человек никогда, даже самый большой академик не будет ничего этого, не поймет. Так вот, происходит сборка. Ну вот, она происходит. Значит, вопрос, нам что нужно? Белки? Нам вообще белки не нужны. Нам нужны аминокислоты, потому что любой белок, даже растительный, попадая в организм, он все равно разберется, он обязан разобраться до аминокислот. И только в этом случае реакции этой антигена-антитела не будет. Но уж если она есть, это значит, что две белковые структуры, одна другую поглотила, фагоцитоз, пожирание, они погибают, образуется гной и трупный яд, кадавер, платынь, труп, кадаверин, путрецин и прочие гнойные токсины, и трупный яд в организме, который весь не выводится из организма, потому что не рассчитаны на это выделительные наши системы, часть его складывается, начиная от консерватов внутри клеток, тоже такие гнойные узелочки, до любых там больших полостей,
в гайморовых пазухах, в нижних долях легких, в складках толстого кишечника в виде коловых камней там, и в виде любых, тем более там уже на застойных процессах уже грибки паразитируют, и пошли миомы, кисты, липомы, папилломы, и все, что, так сказать, там на ид кончается, это грибковые. Ну, и дальше вот так сказать. Вот. То есть все на самом деле просто. То есть, а природа вообще ничего сложного, она не устроена. Но люди настолько жизни, так сказать, вот усложнили сами себе, что вот это вот и называется действительно горе от ума. Это вот, конечно, обидно и досадно, так сказать. Так бы все настолько проще было. Наши предки, конечно, они как бы с природой в гармонии жили, так сказать. Вот понимали, ну, как вот, я не знаю, грубый пример, но кошки или собаки идут, вот они чувствуют болезни или паразиты, они знают, что еще надо потребить, какую травку, если, конечно, не в квартирах живут и уже, так сказать, там, в 10 поколениях. И то чутье это есть, а человек, мало у кого это осталось, мало у кого, ну вот, а мы часть природы, мы не можем в ней ее жить, и это невозможно. А сейчас поколения выросли, которые кроме асфальта и стекла ничего не знают. И, кстати, знаете, что я еще замечал, интересный момент? Вот стоит добавить в пищу человеку, а вот весь перечень только в органической форме, то есть, да, еще от термообработки при плюс 65, это порог, минеральные вещества переходят в неорганическую форму, в другую структурную форму существования, когда, ну, это вот чайник кипятится, и вода в осадок выпадает. Минералы выпали в осадок, они раньше между молекулами воды были, а потом изменили структуру. Вот любой врач скажет, осадок, спросишь у врача, можно пить? Ну что вы, почки себе поставите, никакого осадка, ну, абсурд. Но при этом варят суп. А ведь в капусте, моркови и так далее, вареный, будет те же минералы, тоже перейдут в другое агрегатное состояние, они тоже изменят структуру, они уже будут водонерастворимые, они тоже но только не могут выпасть, потому что оболочка сдержит, и мы просто не увидим этого осадка. Вы не расскажете, какую воду надо лучше пить? Ну, вот это вопрос по воде настолько долгий. Хотя бы просто вот тезисно. Совсем тезисно. Вот если мы не имеем возможности брать какую-то уникальную из проверенного родника, только не то, что мы родниками называем, когда вот с холма стекает верховодка и, так сказать, вот в виде вот жил выходит, а это на самом деле не родник. И чтобы там не было только, так сказать, там тяжелых металлов, ну, понятно, проверить надо. Ну, это тогда хорошо, если есть родник хороший, это хорошо. А так вообще вот для жителей города, ну, что делать? Значит, вот вода, тут уже, да, тут дистиллированная вода, она лишена минералов, это понятно. Но мы-то минералы должны получать из пищи, органической форме минерала, а не в воде, в виде карбонатов. Там тот же кальций, он должен быть не в форме карбоната, а в форме органита кальция. И так вот другое агрегатное состояние минералов совершенно, коллоидной вот этой форме, водорастворимой, так сказать, в органической форме своего существования. А это продукты питания. Если они богаты теми минералами, которые нам нужны, мы их получим. Можно, конечно, обогащать воду, например, там вот коралловый кальций, например, там вот этот, который там Coral Mine, ну, к примеру, да, можно, можно. А есть установки, антиоксидантные комплексы для воды, так называемые, у меня вот тоже есть, у меня на сайте про это очень подробно, которые меняют физико-химические свойства воды, такие как коэффициент поверхностного натяжения, то есть вода более текучей становится, ОВП, очень важный окислительно-восстановительный потенциал, потому что у нас же в клетке минус 80 милливольт, а мы пьем, вот, померить ОВП метром, плюс 200-300. Что это значит? Это значит, что вода, пока дойдет до каждой клетки, до нужд ее, она все равно превратится там в минус 80. Ну, коль мы меряем, там минус 80, значит, она превращается. А что значит превращается? Она просто по пути отрывает электроны. Миллионы, миллиарды электронов у соседних клеток, через которые она проходит. Это значит, что вода может быть свободным радикалом. То есть не только жареный кусок мяса, а даже вода может быть свободным радикалом. А минеральная, которая вода, там, типа, есть интуки? Плохо, потому что там высокая, да, минерализация, это значит, неорганических минералов, карбоната, сульфатов, там очень много. То есть там нет тех минералов, которые усваиваются? Нет, нет, конечно, нет. Там люди говорят, а почему же тогда польза? Вот сразу люди любят, вот почему же тогда, вот вроде лучше чувствуете, я говорю, потому что вы, дорогой друг, раньше воды вообще не пили, а вот вас на курорт послали, и вы хоть стали пить воду впервые в жизни, может быть. И более того, она еще щелочная. Ну, там минерал, по сути, щелочь, а это уже значит, а наша проблема основная из закисления организма. Ну, тут хоть два фактора. Вы стали пить воду и стали защелачивать организм, поэтому лучше стало. То есть всему свое есть вот примитивное объяснение. Нету вопроса, на который нельзя... Ну, вот, потому что в природе все действительно очень просто. Ну, это, так сказать, так... Виктор, да. Можно, знаете, я хотел тоже некоторые, я вот, мне Станислав скинул, ну, когда еще, так, кстати, салфеточки есть кому-то, значит, скинул, значит, вот, два ваших, ну, ответа на вопросы, вот, которые вы недавно записали, да, относительно еще. Последнее. Видишь, папа, не зря записали. Не, не зря, потому что, да, ну, слушают люди, смотрят, это, конечно, тем более, что вот эти предвыборные, а я просто просматриваю, я думал, вот, что бы я хотел, и даже не только с позиции, ну, у меня были такие несколько вопросов, которые я бы хотел...
ну, как бы это сказать, от лица, может быть, зрителей. То есть я вот знаю, что, например, они вот, ну, как вроде спрашивают, а ну, безответно остается. Ну, вроде. Могли бы вы о себе чуть-чуть рассказать? Вот вы из Псковской области родом. Ну да, я родился, это 48-й год, это послевоенные да, годы. Вот. И это была глухая деревушка. Угу. Но послевоенная. И очень народ трудолюбивый, как так сказать, это чувствовалось сразу, по крайней мере. Я прекрасно помню некоторые такие, может быть, первые сцены своей жизни, когда там мама, отец за плугом, мать там картошку, а я в борозде просто сам по себе занимаюсь своими делами. Вот так, да, и потом меня там все, мама там бежит, а я нашел этого червячка и, значит, начал проверять, что это такое. Вот такие, вот, да? Да. То есть... Такая, конечно, обстановка была очень добрая, но питание было очень ограниченное и, может быть, как раз из разряда здоровых, то есть, вот, потому что, естественно, вот, ели только то, что было. Ну, это как мы о чем говорили про Джигурду, да? Люблю я русскую еду, лопух, крапиву, лебеду. То есть, ну, как бы, Я помню там вот этот кисель всегда. Ну, такие очень, как он... был же, как назывался, там разводили, толокно, верно? Угу. Толокно вот разводилось в воде, там праздничная еда, это отец привозил рассол из-под селедки откуда-то, то есть такая очень... Ну, наверное, квашная капуста, да, вот конечно, это все. Вот эти все продукты. Репа там, ну, все вот это, как говорится. Ну, и вот так, потом ты уже повзрослее, тогда еще очень... хорошо сохранялись все традиции народные. То есть любой праздник, это все знали, в какой деревушке этот, в какой деревушке тот. Все готовились, собирались, обязательные песнопения. Вот. Но, к сожалению, всегда уже это сопровождалось алкоголем. То есть алкоголь тогда был, в общем-то, раскручен. И это как раз делалось, к сожалению, да, и средствами массовой информации. Потому что тот же фильм «Судьба человека», да, вот он прославлял того, кто может без закуски. И, собственно, а псковские, они такие, в общем-то, народ очень доверчивый, он клевал на все это, и они, собственно, им и привили это. Они могли гордиться только тем, что они могут два стакана и, да, и да, не закусить. Причем, кстати, вот Федор Григорьевич Углов, да, я не знаю, знали вы его лично? Да, ну так бывало, я лично, да? Не был. Нет? Знаком, а, но, не были. Но мои вот партнеры, они были с ним личные, очень близкие знакомые. Да, вот да. Так. Но я тоже вот посчастливился бы, я тоже был знаком, правда, последние годы жизни, но, так сказать, и у меня в гостях он был, я у него вот... Комарова, так сказать, где у него дача с Эмилией Викторовной, вот вообще. И в последние годы, как все это у него было, и вот тоже. Да, так вот, он, описывая свое детство, вот как раз свое, но это он же в 4-м году рождения, 904-го года, поэтому, так сказать, понятно, до революции проходил, он описывает. А это Киренск, вот там, ну это тысяча от Иркутска, это вот глухая, что называется, Сибирь. Так вот, он описывает. Собиралась молодежь, вот на посиделке, музыка, гармонь, там, игры. Про алкоголь не то, что его не было, там даже не было ни одного слова, разговора, вообще об этом как будто его не существует, понимаете? То есть вот настолько как-то... этот сдвиг, причем вот в Сибири хранили эти вот традиции трезвые, нормальные, в большей степени, разумеется, чем на средней полосе России, но, то есть если там практически об этом, ну, так сказать, труд основа всего, так сказать, быт, дому, так сказать, прочь, праздники, досуги, естественные, нормальные. Здесь, конечно, это уже не так. Ну, про алкогольную тему, конечно, мы все знаем. И, ну, что там говорить, Жданов, он же вот большой молодец, конечно. Он... Ну, только что мы с ним встречались. Да? Да, я там у него на семинаре выступал, как раз в Псибае, вот в Краснодарском крае. Но мне-то кажется, что вот и алкоголь, и, собственно, продукты питания, они стали работать на разрушение человека с того момента, когда это превратилось в такой очень серьезный стратегический бизнес. Потому что когда это было там, каждый сам для себя там что-то варил, что-то делал, то это одно. Но да, когда увидели, что на этом деле можно делать огромные деньги, только нужно человека тогда изменить. Надо, чтобы он на это все повелся. И тогда были запущены, вот мы проверяли как-то, вы не найдете
гарантированно с момента первого фильма, такого фильма, который бы демонстрировал сцены. Вот это «Матрица». Совершенно правильно. Поэтому сейчас вот выход из «Матрицы» – это, конечно, глобальное такое дело. Но мне это еще запомнилось вот свое детство тем, что, конечно, у нас не было не только там чего-то там, ну, телевидение, радио и электричество тоже не было. И сейчас как-то вот невозможно представить, что без этого можно жить. Вот как-то такая психология сформировалась. А если этого нет, то и живут люди, и как бы вроде а и радуются. Тысячелетиями же жили и вырастали очень крепкие, толковые люди при этом. Конечно, да, там, в общем, конечно. Просто. А так вот, главное, мы сейчас достижений великих там добиваемся, но они все пропорциональны степени деградации самого человека, как биовида. Конечно. А деградация огромна. А знаете, я что замечал, я тоже начал, говорит, не успел договорить, но как-то на другую тему, хочется о многом сказать тоже. Вот те поколения, кому сейчас где-то 90 плюс-минус, если они начинают, даже уже полуразбитые такие, начинает, если ему, этому человеку, стоит очиститься, вот голодание, очищение, и напитать организм недостающими минералами, потому что, ну, человек картошку с огорода, где уже ничего нет, там 30-40 лет, человек же на глазах, я подчеркиваю, в считанные дни, я утверждаю, потому что через мои руки тоже, ну, там тысячи людей, я вижу, что считанные дни происходят изменения у молодых людей, средних, вот такого уже нет. Уже тяжело. Генетика, да. То есть уже другая. Это уже разрушено за 2-3 поколения алкоголем и недостатком питательных веществ необходимых, и вот этой пищи. То есть те поколения еще знали, что такое репа, там турнепс, брюква, там. Сейчас молодые люди вообще не знают, ну, грубо говоря, что это такое. Да. А уже как Задорнов шутит, и тут дело не шутки, а уже плакать пора, что действительно некоторые думают, как это, стручки от, значит, вот, какая русские придумали упаковку, американцы шутят, вот кто в стручках горох видит, а не в банках, понимаете? Вот деградация, правильно? Вот это деградация страшная. А про алкоголь тут ведь как? Там не деньги, конечно, главное в этом, а управление людьми, так сказать, народ. Безусловно. А деньги инструмент такой, ну, который, через который, понятно, можно это все. Да, ну деньги это тоже инструмент управления, конечно. Поэтому мы это как раз вот когда шесть приоритетов выделяем, мы как раз говорим, что они взаимовложены, вот как матрешка, да. И поэтому, если посмотреть на алкоголь, то это пятый приоритет по значимости. Но над ним четвертый экономический, то есть это деньги. Через деньги управляют и ради денег тоже работает это на алкоголь работает на деньги. А в свою очередь деньги, они тоже не сами по себе, над ними идеологический приоритет. Деньги всегда пойдут туда, как выстроена идеологическая система. Вот. А дальше идет хронология, история, как нам навязывают, какие мы, как уже тысячу лет живем, а до этого были дикими племенами. Как этот говорит нам, да, что по деревьям, так сказать, там. Да, якобы лазали по деревьям, только непонятно тогда, кто змеевые валы построил. Непонятно, это можно перечислять бесконечно, включая даже уже по телевидению, уже как, ну, не скрывая, уже показывают Чура, или вот которым 8500 лет, где рунической русской клинописью написано, вот чертами резами. Это, извините, 80, все, уже телевизор официально, то есть, ну все, о чем ты вообще говорить, если уже дальше, чем, даже чем сотворение мира, хотя опять-таки сотворение мира, но запятую не ставят дальше, что в звездном храме. А можно, вот если совсем кратко, не все люди, наши зрители знают про концепцию общественной безопасности. Почему, зачем им надо изучить, вот для отдельно взятого человека? Вот? Ну вот где-то в конце 80-х годов, собственно, такая сформировалась команда из людей системномыслящих, которые решили для себя просто разобраться. А как же устроен мир, что наша самая богатая страна с умнейшим народом, и все время мы в абсолютно непонятных ситуациях оказываемся. И вот решили проанализировать происходящее, а чтобы понять то, что есть сегодня, надо было зарываться в прошлое. И так дошли примерно, в общем-то, где-то детально было проработано 4000 лет последних. Вот. И тогда вот многое открылось, почему так происходит и что нужно изменить, чтобы изменить жизнь русского человека в том числе.
и жизнь на Земле, потому что сейчас бесполезно рассчитывать, устроить какой-то рай, ну, на отдельном фрагменте земного шара. Или мы изменим земной шар, или, или как бы все да. остальное бесполезно. Вот. И, собственно, да, действительно, вот рассказать там о работе, которая велась там 25 лет, и это такая очень серьезная напряженная работа, сложно, но если говорить об итогах, то или вот о сути концепции, о чем она, мы говорим о том, что глобализация – процесс объективный, то есть, ну… Хотим мы того или нет. Да, это идет. Но характер глобализации, он субъективен, он определяется нравственностью глобализаторов, авторов проекта глобализации. Так вот, сегодня у нас реализуется библейский проект глобализации на протяжении там, последних нескольких тысяч лет. И стержнем этого проекта является Библия. Вот. Коранический проект глобализации не состоялся, потому что исторический ислам фактически вписан в библейскую концепцию. И только русская цивилизация хранила некий особый образ жизни, возможный, иной образ жизни на Земле. Он не представлен, вот как, допустим, Библия или Коран, он представлен в русских народных сказках. И вот мы пытались читать эти генокоды, которые заложены там в пословицах, в поговорках, в традициях, в обычаях, вот, чтобы понять, в чем же суть вот нашего проекта. Ну и если говорить об основных идеях, на которые мы вышли, суть западного проекта – пирамида. Здесь элита, там толпа. Чем меньше эта толпа понимает, тем больше устойчивость управления и тем лучше земному шару. Вот их, собственно, подход, что мы вот элита, мы знаем, и не мешайте нам. И русская цивилизация, у них кость в горле, потому что они мешают выстроить вот эту жесткую пирамиду, когда все будет, как они считают. А без полного порабощения русского мира это невозможно. Да, никак. И, собственно, вот это как раз то, о чем вот и Тютчева, помните прекрасно, что можно железом и кровью паять единство, а можно любовью. Вот, собственно, наше отличие нашей концепции разработанной, концепции общественной безопасности, в том, что мы говорим, стратегическое будущее и единство можно спаять только любовью и добром. И основные, значит, интегрирующие, объединяющие начала русской цивилизации – это справедливость и любовь, соответственно. Дальше русский язык и творческое наследие Александра Сергеевича Пушкина. Потому что, вот я сегодня уже говорил об этом, что это особое явление в истории цивилизации вообще, а не только в истории русской цивилизации. Ну и главное отличие нашей, значит, концепции сводится к тому, что в основе всех, всех дел, планов, стратегий должен быть сам человек. То есть не прибыль, не доходы, не ВВП, как у нас сейчас. То есть мы просто утратили целеполагание. Мы вот какие-то ставим перед собой цели, абсолютно идиотские, которые работают на наше же уничтожение. Ну, по сути, то, о чем мы про питание говорили, да, такие же идиотские, так сказать. Питание. Человек говорит, и не понимает, о чем. Практически любой вопрос, какой бы вы ни взяли, можно доказать, что там делается все для того, чтобы уничтожить в конечном счете человека. Абсолютно. Ну, это вот начиная, грубо говоря, я говорю, вот с химиками, говоришь, о таблице Менделеева, да, которая совершенно не та, которую Менделеев, собственно, изначально вот написал. Ну, а мироустройство как понять, если не понимаешь, что такое эфир, да, что он в этом мире вообще? Да, да. Тут вот тогда и… Ну и, собственно, вот основная задача концепции – показать, что человека нормального от природы, Богом созданного, умышленно поместили в специальную матрицу и придали ему функции планктона, на котором можно делать деньги. Вот он должен быть таким существом, на котором можно зарабатывать. Ну, а сейчас уже, вот вы знаете, Ковальчук тут выступал, уже, что вот человек служебный, надо вырастить новую породу, назвал ее человек служебный, который будет иметь ограниченное самосознание, питаться будет ГМО. И, ну это то, что, о чем Гитлер фактически. Контролируемое размножение, да, когда через… Вот, собственно, мы как раз говорим, что можно действительно устроить
иначе глобализацию, и все будут счастливы, и всем всего будет хватать, потому что мы только вот с вами обсуждали эту тему, что оказывается по энергетическому балансу все, что уходит на корм крупному рогатому скоту, вполне достаточно, чтобы прокормить все население земного шара. Только надо, чтобы человек изменился. Все, абсолютно. То есть, конечно. А у нас какая задача? У нас увеличить производство, да, производство мяса, молока. То есть, порочный замкнутый круг, без которого выхода нет. Абсолютно. И если цель такая. Так вот, основным стержнем нашей концепции является достаточно общая теория управления. Такое никогда никто не формулировал, вот, потому что мы говорим о том, что управление должно быть по полной функции, а полная функция управления у нас расписана, там 7 этапов, и оно начинается с выявления вот этого фактора, мешающего нормальному развитию человека, потом формирование цели, а потом формирование концепции достижения этой цели. И только после того, как сформирована концепция, можно создавать структуру, которая будет работать на эту концепцию. У нас же мы под управлением начинаем, понимаем вот этот пятый этап. Вот с пятого этапа мы считаем, начинается управление. А все, что было до этого, это вроде к управлению не относится. Хотя самое главное вот это. Какие цели ты поставил и как ты сформировал концепцию. После этого структура. У нас структура есть. Есть Минфин, есть Центральный банк. А какие задачи они решают? Ради чего они созданы? Да, цель какая? Этого никто не говорит, этого никто не знает. Поэтому, собственно, мы и разработка, так называется, концепция общественной безопасности, то есть цель человек и общество, а не прибыль корпораций и не иные какие-то цели, которые не провозглашены, о которых никто не знает. А какие книги вы посоветовали бы тем изначально прочитать, чтобы правильно начинать, вот, ну, понять вот то, о чем вы как раз сейчас хотите сказать, только глубже уже? Вот. Ну вот вы знаете, я, может быть, перед собой лично поставил такую задачу популяризации вот этих идей, потому что, к великому сожалению, да, сейчас многие люди уже так сформированы, что читать они там уже, больше двух-трех страниц тяжеловато, вот, поэтому... Конечно, базовая работа, которая была издана в 92-м году, она названа «Мертвая вода». Это вот по Пушкину, потому что мы понимали, что вот мощнейшие эгрегориальные такие связки нужно формировать через Пушкина. Вот, вы помните, что мертвой водой нужно было оросить вот то разрубленное тело нашей Родины, чтобы как-то что-то восстановить. Потом уже живая вода – это живая речь. Вот, поэтому «Мертвая вода» – базовая работа. Но из моего опыта очень немногие способны вот как-то, она написана целенаправленно таким очень сложным языком, когда невозможно так между делом в трамвае что-то полистать. Это надо просто выключиться от сует мирских, уйти куда-то там в лес, я еще не знаю куда, и воспринимать эту информацию блоками, а не словами, как бы так сказать. То есть там специально длинные фразы, конечно. Только такая фраза. А если ты читаешь вот так здесь ничего не остается. Тем более сейчас люди разучились уже серьезную информацию усваивать через, многие, я имею в виду, через письменный такой вот источник, как книга, а вот все-таки в виде видео, наверное, стоит, да, популяризировать? Ну, вот вы знаете, из моего опыта, вот где-то в 2002 году, по-моему, я читал лекции для Федеральной службы безопасности, лекции ФСБ. И вот сейчас они оказались выложенными на Ютубе, поэтому если набрать просто Ефимов лекции ФСБ, то вот очень многие, по крайней мере, начали вхождение, а здесь же ведь смысл даже не в том, чтобы человек все от А до Я понял, том важно, чтобы он понял, что себя можно изменить. Конечно. А как только он такую задачу поставит, он разберется сам и без всяких книг. Потому что у нас же главное изменить самого человека. Вот в чем проблема. Конечно, изменить конечно. Самого человека – это самая сложная задача. И вот поэтому вот эта лекция моя ФСБ, для многих она была стартовой. То есть мне приходят там сотни писем, начинаются одинаково. Игорь Алексеевич, там, значит, 2 года назад посмотрел, вот с той поры не пью, не курю. Да, вот. Да, да. Это условие не,
достаточное, но абсолютно необходимое. То есть, если человек пьет и курит, то тогда говорить не о чем. Да, конечно, вот, если он не пьет, не курит, то можно тогда начать. Он уже многое поймет, да. А иначе он не сможет даже понять. Как правильно Ждан говорит, что через фужер с шампанским эту алкогольную беду, проблему не увидеть, пока человек. Как-то что-то вот чуть-чуть, но прочувствовать, но увидеть в целом глубину вот этого ужаса невозможно. Кстати, ну, вот хотелось бы, знаете, что самое главное, может быть, вот обращаясь, потому что я знаю вашу аудиторию, а это люди очень серьезные, думающие. Вот, на мой взгляд, сегодня именно на базе вот концепции ее можно развивать, дополнять, она открыта, там, так сказать, стоило бы как-то объединять всех думающих людей. Однозначно. Потому что у нас очень много, у нас страна уникальная. У нас есть специалисты любых направлений. Абсолютно точно. Но вот с точки зрения концепции, чтобы каждый этот фрагмент работал на единую цель, на единую концепцию. Вот мы считаем, что мы именно для этого создаем такую площадку. Ну вот и здорово. Как раз и причем мы, ну, для наших телезрителей, ну, уже знают, что вот по дивану, это что значит в Пушкинских горах мы находимся, и сегодня вот там были мероприятия определенные. А вот могли бы вы сказать про, как Пушкин вообще в вашу жизнь вошел и насколько он, ну, значил раньше и сейчас уже, возможно, годы спустя? Ну вот у меня было несколько этапов таких очень странных и любопытных, которые я осмыслил только гораздо позже. Ну. То есть вот в глухой деревушке я живу, да? Где-то, когда, а вот я точно помню, эта дата была на кружечке, вот здесь вот прописано, 1952 год. Значит, мне бабушка моя, вот не родная бабушка, а та бабушка, которая меня воспитывала во многом тоже, она жила в Петербурге, она привезла мне кружечку дуловского фарфора. Легкая-легкая кружечка красного цвета. И портрет Пушкина, вот такой по центру, прямо, вот, ну, дальше только орел это такой. Вот. И, естественно, эта кружечка у меня, я к Пушкину, так сказать, вот, ну, как читал, вот, ну, это первое обстоятельство, в общем, так я скажу, да? Знакомство. Но, по крайней мере, когда я переехал в Петербург на учебу, то единственный предмет, который я с собой взял, была эта кружечка. Хотя я Пушкина тогда не воспринимал так, даже намеком, так, как я воспринимаю его сегодня. Вот второе такое обстоятельство, что, естественно, я регулярно вот на праздники приезжал в Пушгоры. Вот, поскольку, это уже когда было, так сказать? Ну, вот а это я буквально с детских времен. Вот, я, значит, в Пушгорах всегда мать работала на льнозаводе, Финьковский льнозавод, и в обязательном порядке шла машина, бортовая машина, там со скамеечками, и мать всегда меня брала, и ежегодно мы приезжали на эти праздники. Но, пожалуй, тоже вот такое обстоятельство, которое я вспомнил только потом, как вот про эту кружечку я вспомнил там через 20 лет, так еще было одно обстоятельство. Когда я начал азбуку изучать, значит, я читал только по азбуке. Я в школу пошел на год раньше, потому что у меня было три соседки, вот эта глухая деревушка, о которой я говорил, тем не менее, в первый класс нас пошло сразу 4 человека из одной деревни. Вот. И... Значит, я был, мне было 6 лет еще, ну и меня даже не записывали долго, там что, ну, думали, ну, надоест, и я брошу ходить. Ну, я так с девочками, поскольку вместе ходил, то остался. Так вот, когда я азбуку освоил, а в школу я пошел, я уже читал немножко там, да, у меня была азбука, где я читал вот всякие слова, и единственная книга была. И следующая книга после азбуки была книга Руслана Людмила. Причем вот такая изданная, достаточно большого размера и с яркими картинками. И вот я и у меня, помню, что мама даже ругалась, я по ночам читал эту книжку. И у меня, вот, пожалуй, более ярких и острых впечатлений в жизни я не припомню, как то состояние, которое было вот во время чтения этой книги.
Я когда читал, у меня слова-то я читал, но как-то не понимал, в каких образах. Я пытался, вот там читаю даже имя, а как же, а кто это? Я заглядывал там в картинки уже туда вперед, что, может, я увижу, о ком это речь. И меня настолько там потрясали эти события, и когда я засыпал, у меня вот в таких ярких образах и картинках все это шло, и я просыпался судорожно опять, что дальше я вот там так переживал. То есть это, возможно, некое такое открытие генетической памяти вот этой, да? Не знаю, возможно, да, но у меня вот таких такое. Вот потрясений душевных не было в жизни, как произошло то, когда я читал эту книжку. Вот, а потом… Вот на уровень уже… И все, и Пушкин у меня был, ну, как вот, как и все остальные поэты, там, да, ну, да, читал там что-то, и не более того. И вот уже когда вот в конце 80-х годов я познакомился вот с разработчиками концепции непосредственно… Это речь идет о Зазнобине, наверное, да? Ну, там, да, разные люди, но в том числе, вот если говорить о Пушкине, то… Владимир Зазнобин, ну, вот так уж мои личные ощущения, что я думаю, что он является прямым потомком Пушкина. Да. Вот. Он вообще жил в тех местах, где Пушкин бывал, ну, и я знаю, что Пушкин, в общем-то, значит, возможно, были такие процессы, ну, по крайней мере, вот мои личные соображения такие, потому что у Владимира иногда открываются некие каналы памяти, вот абсолютно закрытые. То есть он может вспомнить то, те разговоры Пушкина, которые он вел наедине с кем-то. Вот Пушкин беседовал с кем-то один на один, скажем, с Николаем Первым. Владимир Михайлович может так вспомнить. То есть, возможно, он подключен вот эту беседу, такого… да. У него есть, я говорю, не исключаю, что, может быть, это родовой канал, вот, скорее всего, но у него есть вот такие уникальные возможности и способности. И когда вот мне уже вот, ну, поначалу это все казалось как-то так игриво и несерьезно, да, вот помню мои первые впечатления. Потом я начал задумываться все больше и больше, потом начал Пушкина заново все перечитывать. Потом многие открытия уже сам сделал, которых там ни Владимир Михайлович не замечал, ни я там, так сказать, ни другие. Вот, это и ростовщичестве, вот, и о Людмиле, и о богословии, и о том, и о всем. И когда я увидел, что он и открытым же текстом часто говорит, вот то, что я сегодня цитировал там, ну, да, конечно, открытым, да. О будущем русской цивилизации с точки зрения богословия, вот, то для меня стало совершенно очевидно, что у Пушкина нет ни одной фразы, ни одного стиха, который бы не содержал глубочайший какой-то мировоззренческий смысл о будущем человечества. И вопрос лишь в том, мы уже дошли до того момента, когда можем понять это, или пока еще не понимаем. Поэтому вот когда мне говорят о том, что вот где-то там хранятся архивы Пушкина, что их вот-вот там откроют, где-то найдут. Их и так, да? Да, я знаю, что да, эти архивы все есть, поэтому пока ключей доступа вот здесь вот нет. А архивы-то они все, пожалуйста. Мера понимания и глубина, да, так сказать, вот это вот. Это зависит от, уже от нас и от тех, кто пытается осмыслить творчество Пушкина, а уже не от него, и ничего нигде не спрятано. Да, Пушкин, конечно, это действительно целое явление, и это, конечно, нам, людям, кто мыслить уже хочет, может и настроен, открывает очень многое. Ну, вообще, конечно… Люди ведь, вы знаете, не… я, конечно, вообще считаю, что каждый уважающий человек, тем более кто интеллигентным человеком себя считает, обязан посетить хотя бы раз в жизни пушкинские места. И… Ну, а кто посетит раз, вот я замечаю, и вот так, знаете, не так вот проехаться, галочку поставить, вот просто как очередное место, что я тут был, а вот прочувствовать это, да, там аллея Анны Керн, прочее, пройти, вот это все, вдохновиться. Все приезжают второй, третий, десятый.
Вот, а кто уже, так сказать, много. А вот, а некоторые люди ведь взяли и просто переехали. Ну, а некоторые. Некоторые просто взяли и переехали. Ну, я, конечно, потрясен. Вот сегодня увиденным у вас. Это, честно говоря, да. Ну, во-первых, эти ребята, которые там действительно из дикого бурелома сделали такой рай небесный на земле. Да, ну просто там чувствуешь, помимо самой природы, еще чувствуешь, что там вот энергетика живого человека и рук человеческих, она прямо вот в каждом уголочке, везде чистота, такой порядок. Ну и, конечно, вот ваша задумка сделать в таких святых для нашей цивилизации, а может, для земной цивилизации вот такой проект, вот, который бы нес именно духовность, нравственность, вот преображение человека в таком месте, я, конечно, покорен вашим отношением вообще к делам. И вот... Все постараюсь сделать и уверен, что сделаю. По крайней мере, за все, что раньше брался в жизни, получалось все на 100%. Да. И уверен, что и здесь все получится. Но мне очень приятно, что вот таких идей, по сути, на мой взгляд, сейчас образовалось уже несколько вот вокруг Пушгора. Да, это говорит о том, что вы правильно поймали волну, да, и потому что это тот случай, когда каждый из проектов он будет усиливать дополнять своих соседей. Да. Есть, потому что все, в принципе, в одном, по сути, в одну сторону движемся, в одном ключе, так сказать, в созидательном. И... Ну вот со мной-то вот когда обсуждали как раз мы, в общем-то, по материалам концепции часто встречаемся с серьезными людьми, вот в частности, журнал, вот бывший Chief Time, теперь «Человек дела», там неоднократно приглашал и меня, и Владимира Михайловича, и вот там очень серьезная команда попросили наших консультаций по таким мировоззренческим вопросам, связанным с Пушкиным, поскольку они затевают очень мощный проект, я вам оставил информацию о нем, здесь же рядом, в 30 километрах от Пушгор, который так и называется «Пушкин парк». Да? То есть это где и гостиничные комплексы, и сказочные все, значит, представления, и в то же время, возможно, и жилье для тех, кто может себе позволить вот в такие места перебраться. И вот только что мне говорили еще об одном таком же проекте. Да, я придумал, что об одном и том же оказалось. Да, это разные проекты. И это, конечно, здорово. Вот, по крайней мере, уже вот три проекта, таких крупных проекта. Да. И они запускаются практически одномоментно. Да, ну, практически. Запускаются или осмысливаются. Это говорит о том, что вызревает действительно что-то новое в ноосфере. И причем, я думаю, не промыслительно возможно, что именно здесь. То есть, возможно, это не просто так. Думаю, конечно, что вот действительно надежды-то сегодня у мира, кроме как на Россию, нет. Однозначно. А в России это все-таки мы считаем Пушкин. А Пушкин – это бесспорно, так или иначе Пушкинские горы. Конечно, хотя бесспорно. Версия там о том, где находится тело Пушкина, она там, так сказать, сегодня дело даже не в этом, обсуждается, душа, где находится. Но вот, да, душа, я думаю, что любил его здесь. Да. Конечно. Как... И мне представляется, что вот версия, которую мы сегодня обсуждали, что все-таки он, его захоронение на территории Пушкиногорского района. Да. И, возможно, именно если проанализировать... То, возможно, здесь, прав Алексей. Да, можно вычислить, что люди, которые имели, значит, некое посвящение к тайне захоронения Пушкина, вот, наверное, такие люди, как Гейченко, безусловно, может быть, они место своего упокоения как-то связывали с Пушкиным. Но Пушкин здесь не одинок, точно так же закрыта сегодня информация о том, где находится тело Христа и где находится тело Сталина. Сталин. Так что, да, я думаю, это вот такие, в общем-то, знаковые. Да, тут с Гитлером там есть, да. Там более-менее ясно, в Аргентине, я думаю, доживал там. И, кстати, очень есть, я с немалой долей вероятности полагаю, что правы те, кто предоставляли, если были люди, данные, в общем, что в 117 лет, вот 118, недавно, достаточно недавно умер.
достаточно недавно. Потому что было разные, несколько, так сказать, таких. Но вот в частности тоже имеет место быть такая вот теория. Но это ладно. А вот насчет Сталина, если уж мы, коль заговорили, знаете, у нас понятно общество сейчас, как бы это сказать, ну если в этом вопросе, а это вопрос глобальный, тоже очень серьезный. Сталин — это не просто эпоха, это мировоззренческий, это вообще, это... личность уникальная. Я вот, что она расколота, как общество, на две части. Ну, фактически, постоянные телевизионные шоу, опросы, вот это не просто... На Сталине, в конечном счете, проверяется... Созрели, не созрели, человек, да. Что, чего, как... Да. Но я хочу одну вещь. Я всегда своим вот зрителям говорю такую вещь, что, дорогие друзья, мы никогда не будем знать вот все факты на 100%. И не надо их знать, все факты. Вот чтобы вы хотели для себя лично понять, кто такой был Сталин, и чем он жил, и что он делал, и что он мог делать... Почитайте просто его стихи, я говорил, вот те, которые человек написал вот о Христе, да, который ходил он от дома к дому. 18 лет. 18 сформированным человеком, уже имеющим взгляды на жизнь, свое мировоззрение, идеалы, написав это, абсолютно понятным становится, что это был за человек, да. Что у него внутри, чем он жил. Как и становится понятным, что, возможно, он вынужден был многое скрывать вот из этого по жизни, потому что жизнь была так устроена. Попробовав, он не скрыть. И не более того. Начиная от изменения даты рождения, потому что это, значит, да, есть люди, которые могут, абсолютно зная определенные вещи, так сказать, это есть и высокого уровня, так сказать, специалисты в этом плане, которые могут повлиять и так далее. Почему он, кстати, и снимался тоже, вот, ну, взгляда прямого, потому что можно через фотографии, через это влиять на отражение слепка, вот это информационно-волновой след, так сказать, который вот могут определенные люди, так сказать, специалисты считать, и воздействие. Он это знал, он специально, причем годы в Сибири, когда он провел вот свои ссылки, это, он же тоже там не просто так, так сказать, вот и вышел фактически человеком, ну, он и был, но какого уровня одухотворения, то есть возможно, что посвящение то самое было. Вот. Ну да, я думаю, что контакты у него там были с разными людьми, и я-то своим всегда вот близким советую, что если вы хотите хоть что-то понять из Сталина, никогда не читайте ничего о нем. Вы читаете только самого Сталина. Вот читая самого Сталина, стихи ли его, или его выступления, его доклады, там кое-что можно понять. Конечно. Плюс к тому, по поступкам, реальным поступкам, не лживым, которые приписаны, а вот то, что сын, например, с его сыном Яковом, да, когда, так сказать, ведь он отказался, да, это, ну, это немыслимое. Это вот кто бы из политиков, из там военачальников, из просто людей, вот. А потому что сказал, что я скажу миллионам другим, да, родителям, сыновей, у меня миллионы сыновей. Да. Это уровень, это вот, я не знаю, кем надо быть, чтобы не понять, что это вообще значит. Какой один такой факт достаточен, чтобы сделать вывод о человеке абсолютно. Полностью. А таких фактов, огромное количество таких фактов. Да, причем сталинский дом, все, больше не надо ничего добавлять. Просто это сталинский дом, да. Или возьмите автомобили времен Сталина, ЗИМ, ЗИС. 21-я Волга, Победа. Если вы сегодня на любой из этих машин поедете, вам будут завидовать. Это однозначно, причем качество. Победа ведь тогда 3 года на международных выставках побеждала, она была номер один по качеству. Причем эти машины могут служить, как, кстати, я хочу подчеркнуть, и холодильники ЗИС, те, которые были выпущены. Вот последний сломался без обслуживания в 2000-х годах у жены моей в Смоленской области, там, у бабушки, у одной, так сказать. Мне сразу напомнили вы. В Кремле был там форум по долларовой системе, там я там выступал, и выступал, значит, наш эмигрант там из Израиля, и вот он как раз говорит, тоже мне прям выступая сказал: вы знаете, я вот приехал, у нас там в 53-м году холодильник мы приобрели, так он прекрасно работает, а в Израиле я уже 4-й поменял. Совершенно правильно, потому что была не задача, чтобы, то есть экономия в том заключается, в том, чтобы как можно дольше вещь, нужная вещь служила, по совести, так сказать, хорошо и качественно служила. Поэтому
когда сейчас, ну, понятно, сейчас вот по машинам это полностью сговор между компаниями, ну, чтобы там гарантийный срок отработал, а потом полетело все. Ну, сговор чтобы... везде. Вы знаете, везде. Что сейчас целенаправленное ограничение срока службы. Совершенно вы, наверное, слышали о лампочке в Соединенных Штатах. 116 лет, которая беспрерывно да. работает. И я хочу сказать, что такую лампочку сделать, это никакая не проблема. Абсолютно не проблема. Да, там же вакуум, да, там что не рассчитать. А вот сделать лампочку, она погорела, но через тысячу часов гарантированно сгорело бы, это очень серьезная научная задача. Конечно, вот наука, к сожалению, вот по Пушкину все ходит по цепочке золотой кругом, за деньгами, за золотом, но не по древу жизни она ходит. Это именно вот в этом-то и беда. Совершенно правильно. Это и надо людям. Мы как бы каждый со своей стороны, да у нас так, как со своей, с общей, единой, наверное, стороны мы и показываем, в общем-то, людям, когда открываем да, глаза, так сказать, как мир устроен, кто мы в этом мире, так сказать, для чего человек вообще, так сказать, и как он должен прожить жизнь, чтобы не было действительно горько и было, так сказать, достойно, и развить личность свою, свою душу, так сказать, взрастить. А для этого все материальный мир, который вокруг нас, он является, так сказать, ну, средством к тому, чтобы мы взрастили свою душу, эволюционный путь прошли, вот это развитие своей души. Ведь мы действительно не конечные вселенные, ну, да, так сказать, да. живые существа. Мы как-то по себе пытаемся оценить и мироздание, и космос. Мы считаем, что вот если где-то кто-то есть, то он просто думает, как бы это самое долететь и всех здесь перестрелять. Вот совершенно непонятно, откуда такие мысли могут возникнуть. Вот я убежден, что... Конечно, есть кольцо вселенского разума, но связи, взаимоотношения, контакты, они реализуются вне техногенных каких-то достижений. Ну, конечно. Невозможно там алло-алло там или с помощью телескопа. Более того, скажу, да, что тупик, это... я считаю, в том техническом развитии, когда мы попытаемся создать какие-то корабли, ракеты, чтобы они там миллионы световых лет пролетели. Тут нужно принципиально иное, это уже технологии, то есть совершенно другие. Это на биогенных носителях, ну, достаточно сказать, то, что я уже где-то говорил, что в прошлом году ведь общепризнано, что ресурсные возможности всех компьютеров земного шара наконец-то сравнялись с возможностями мозга одного человека. Поэтому что мы можем изобрести, если у нас 6 миллиардов, вот уже сегодня есть этих коробочек, но мы не можем установить связи между ними нормальные, после чего можно было бы выйти уже на какой-то следующий уровень. А мы это все считаем неинтересным, нам надо вот чего-то изобрести, какие-то технологические костыли. Поэтому вот нелепость опять цели. Да, и вместе с тем технологические только иного уровня изобретения ведь были сделаны и другими, ну, в прошлом, так сказать, и цивилизациями, и народами, потому что ведь вот чем интересно, я говорю, вот в частности, например, труды того же Рериха, не его даже, я бы сказал, а те переписки, которые он с более древних источников вел, о тех как раз самых технологиях древних цивилизаций, которые вот он подробно описывал в некоторых книгах, работа там на разных видах эфира, там вот про золотую эру, так сказать, вот этой Атлантиды, когда там вот технологические, когда на эфирах, вот то, о чем Тесла потом, собственно, вот ему пришло вот это вот озарение и вот эти технологии, которые моментально запечатали, кстати, как запечатали, когда он только мы мечту свою донес кому? Вот этому Моргану и другим товарищам, когда он сказал, что я мечтаю, хочу о том, чтобы вот это вот электричество, которое даст возможность технологического нового этапа и облегчить труд человеку, ну, да, чтобы каждый человек мог бесплатно, независимо, вот он здорово это, ну, так сказать, сказал, и моментально это... Поняли, чем это может закончиться. Тем, что уже невозможно, рычаги управления будет намертво скрепить. Так, в общем-то, такие достаточно серьезные разработки, вот выполненные, такие, как Рерихом, там, другими умами. Дело в том, что в чем здесь проблема? Проблема в том, что вот когда нужно сохранить толпоэлитаризм, вот ту самую главную задачу, то разные уровни значит, технологий применяются для этого. Для того, чтобы оболванить вот эту толпу, есть технологии, когда говорят 90% лжи, и чем больше врут, тем больше прокатывает, как на Украине. Есть технологии, когда надо говорить
не более 30% лжи, иначе разоблачат и не будут читать. Конечно. А есть технологии, рассчитанные на очень огромное количество людей, правды, да, когда да, нужно 95% сказать правды. И чуть-чуть. Но немножко, потому что вот это правильно. Очень немногие люди обращаются к Рериху, и вот вопросы, вот те, которые, собственно, вот разрабатывает команда вот, внутренний предиктор СССР, вот, концепция общественной безопасности, вот на подобный уровень обобщения и на подобные задачи там нет выходов. Ну и сам, в общем-то, картинка, допустим, сделанная для однодолларовой купюры, ну, извините, ну, это тоже матрица такая, которая, в общем-то, работает против человечества. Вот есть, в том-то, я вот про это и говорю, что там есть очень серьезная информация, которая могла бы быть на большую пользу развития человека направлена, да. Есть, потому что там даны, там, вот, например, не его это мнение, а это свидетельство высоко, ну, он, естественно, встречался, контактировал с очень высоко разными посвященными людьми, как, я думаю, с одной, так и с другой стороны, но, так сказать, вот этой грани, ну, условно назовем, по старинке добра и зла, но вот там есть свидетельство о том, как после смерти физического тела идет дальнейший путь, душа проходит до воплощения в теле. Вот это бесценнейшая информация, которая тоже, накладываясь там знаниями древними, там индийскими и прочим, это думающий человек, опять-таки, сможет совместив вот это понять, в чем есть зерно истины. Это очень интересно. Но в то же время там есть информация, когда о вот этих семи этапах, так сказать, вот этих эрах, человечество, где вброс есть совершенно, это сейчас просто долго тему не хочу развивать, ну, да. Которое видно, что как они там вот эту семитскую группу, он решил чуть ли не на иерархию, вот откуда все, вот да, там да, есть да, вот да. Это, вот это я сразу, так сказать, когда просто это можно, я считаю, читать и даже нужно, может быть, если есть на то возможности, время и для анализа вообще человеку, который понимает вообще, как вот оно происходит вот в мире и так далее. Ну, которого уже не проведешь. Что такое бесструктурный метод управления, вот это вот все да. Как раз. И, кстати говоря, у вас же есть, я знаю, книга, очень такая серия, «Форд и Сталин», да, «Как жить по-человечески». Да. Это же, так сказать, вот действительно очень интересно. Я когда этого еще не знал, книги об этом, но я прочел «Моя жизнь, мое дело», где мне стало о человеке понятно. То есть абсолютно все, то есть это человек, которого эта система мощнейшая, банковская, они же вон радовались, говорили, сейчас прибежит на коленях, приползет. Да. А он так структурировал, так изменил. Да, он деньги не выпускал гений. За забор. Это все, гений, он да, то есть да. Это показал. Нет, ну здесь видите, как, если кратко об этом сказать, что Форд строил самодостаточную корпорацию, отстроенную от банкиров. Да, то есть да. Он решил создать вот такую. Ну показал тем самым, что это возможно. А Сталин строил точно такую же корпорацию, но в масштабах да, страны. Где все то люди, есть у него Советский да. Союз был единой мощной корпорацией, совершенно правильно. Которая конкурировала с другими корпорациями, но не допускала внутреннего развала, когда фрагментируется все пространство, и каждый из фрагментов работает уже на иную корпорацию, да, находящуюся вне нашей государственности. Причем показал именно вот эту финансовую, то есть что можно не печатая деньги, так сказать, сохранив, да, то есть ВВП растет, так сказать, и количество денежной массы остается тем же, тем самым прибавка идет на снижение, снижение цены, цен. Потому что... В 31 году Сталин доклад делал, и он вот там очень жестко и правильно сказал об обеспечении валют и о золотом запасе. Он говорит, поймут ли когда-нибудь западные экономисты, что не золотой запас определяет устойчивость валюты, а товарные массы, которые когда простой продукт имеет. Да, то же самое с Пушкиным, кстати. Да. Потому что вот почему вот Пушкина мы говорим, вот гений Пушкина. Дело в том, что если вы возьмете, вот мы, собственно, основная заслуга, в том числе вот концепции, в том, что мы на судьбу государства влияет там миллионы факторов. Помните, там пушинку сдунул, да, и уже что-то не так. Но мы их жестко структурировали в 6 приоритетов, да. Так вот, по каждому из 6 приоритетов базовых у Пушкина есть абсолютно точные представления о том, как, что и как нужно, да. Вот он. Значит, о шестом. Соперники в искусстве брани
Не знайте мир меж собой, несите мрачной славе дани и упивайтесь враждой. Пусть мир пред вами цепенеет, девяся грозным торжествам. Никто о вас не пожалеет, никто не помешает вам. То есть он говорит, что тот, кто вышел на уровень военного оружия, значит, у них, значит, пятый приоритет – генное оружие. Он говорит, уже ли Бог нам дал одно в подлунном мире наслаждение? Нам остаются в утешении война и музы и вино. Или там экономика, вот то, что вы процитировали, же гениально. Вот одна эта фраза Пушкина, если бы она была реализована, больше ничего не надо. И был глубокий эконом, то есть умел судить о том, как государство богатеет. Найдите мне хоть один учебник сейчас, как государство богатеет, и чем живет, и почему не нужно доллара ему, когда простой продукт имеет. Ну, если осовременить чуть-чуть. Это прекрасно понимал Сталин. Да, и вот эти четыре строчки, вот это программа изменения нашей государственности. Конечно. Как только мы по Пушкину изменим экономический приоритет, как только мы изменим по Пушкину ситуацию на генном, на военном оружии, и как только мы дальше, если смотрим идеологический приоритет, он опять там же, вы, рыцари Парнасских гор, старайтесь не смешить народа негромким шумом ваших ссор, бронитесь только осторожно. То есть он понимал вот эту всю миссию средств массовой информации. И вот вторая выдержка же из него. «И мало горя мне, свободна ли печать морочит олухов?» То есть он понимал вот эту концептуальную сущность средств массовой информации. Идеологической власти. Морочить голову. Никаких других задач там нет. Естественно. Если там вам и дают какую-то информацию, только для того, чтобы сокрыть что-то более значимое. Но не бывает так, чтобы средства массовой информации, вот разве что вот в таких ситуациях, как мы сегодня беседуем, чтобы вам сказать, вот надо этим людям чего-то там разъяснить. Такого не бывает. Там бывает одна задача – как их оболванить. И такое масштабно было, но только вот при Сталине и было, по большому счету. Когда действительно из людей растили, но как бы это сказать… людей вперед смотрящих, возвышенных, действительно. Ну, а посмотрите, так вот сейчас проблема основная и сводится к тому, что у нас, по сути, если говорить о кадровой работе, то это чисто родоплеменная система такая, подбора кадров сформировалась. А нужно, чтобы кадровые базовые общества были все живущие, да, в нашей стране. Потому что если вы начнете перебирать, значит, Кутузов, вот здесь по дороге едешь, когда на Порхов, его родовое имение, Суворов, там Новгородское, там и так далее, Сталин, глухая деревушка, там-то, вот в чем. Углов тот же. Ну, да, да, да. Естественно, то есть это из народа. А это вот система, которая у нас, конечно, при царской власти, конечно, это тоже ведь почти было невозможно. Ломоносов исключение, это, так сказать, это, ну, это Ломоносов, понятно. А ведь сколько могло бы быть таких, как дала вот эти первые годы, вот именно сталинский СССР, то есть когда любой человек, независимо, кто его родители, так сказать, родился он там где, далеко или близко, он имел возможность воплотить свои творческие... Да, ну вот, смотрите, да, мы вот, тот же Владимир Михайлович Зазнобин, беднейшая семья, он там в Нижегородской, Зазнобин и Горячего, там два таких родовых, как бы, две родовых линии, вот. И он, конечно, из глухой деревушки, из абсолютно бедной семьи, но он... военный моряк, прошел там серьезную школу. Я абсолютно глухой деревушке, уж точно ни знакомых, ни поддержек. Физический факультет Большого Санкт-Петербургского университета. Да. Ну, вот такова была, да, конечно, жизнь. И это действительно можно. И люди, пожалуй, тогда, наверное, можно сказать так массово, вот как народ, увидел прижизненный результат своего труда. Народного труда единого. Вот когда он увидел, что он своими руками делал, это есть, это уже обеспечено для внуков. Ну, вот, кстати, вы спрашивали о детстве, говорите об этом, я могу это подтвердить чем?
Вот еще такое очень яркое воспоминание. Мама работала на льнозаводе, и я часто бывал у нее на работе. То есть меня не с кем было оставить, она брала меня с собой. Там какой-то был диванчик, я там вот сидел, лежал, там еще что-то. Она была бригадиром. Но вот это надо было видеть. Говорят, русский плохой работник, русский неплохой работник, русский плохой раб. Вот если он ощущает, что он работает на кого-то, цинично и, как бы так сказать, и даже он, если это не понимает, вот как бы так сказать, но он ощущает это кожей, потому что, да, все законно вроде там, так сказать. Но что-то вот но он чувствует, да, что душой, что он работает не на себя. Это он кого-то делает богатым, то он плохой работник, то есть он плохой раб. Так вот, когда я был у мамы, она бригадир. И вот что такое соцсоревнование, что такое энтузиазм, я это видел, это пропитано все мое детство этими картинками. Мама, значит, бегает по цеху там, у нее вот, она свистеть умела, всегда свистела в пальцы, вот. И на доске всегда мелом было написано, предыдущая бригада, сколько она за предыдущую смену сделала там, по часам там, по видам и прочее. И вот если, а они тут же писали, сколько у них там, прошло 3 часа, они писали, сколько они сделали. И вот если они там отставали, девки, все там, мать там, давайте все быстрее, эти побежали, это помоги той, помоги, то есть это надо было видеть. Это каждый глаза день, горели. Вот такая самоотдача, их никто не заставлял, они между собой договаривались, и для них это такая радость была. Радость. Вот, да. Я просто был поражен, ну причем это пыльная работа, грязище там, эта пыль прямо вот висела в воздухе, но все с таким настроением, у с людей такой была душой, идея великая, да, родину сделать, они... как в той песне «Путь», была бы только родина могучая и счастливая, а выше счастья родины нет в жизни ничего, ну и так далее. То есть... Ну и довольствуйся, там жизнь была, может быть, не такая роскошная, но сегодня ведь люди этим своим достатком себя же и уничтожают. Фактически это, порабощение, да, тем, что ты, да. А, конечно. А, кстати, фильм «Председатель», вот тот же, да, который, ну, вот, это же, во-первых, он снят по абсолютно правдивой истории, известной, основы положены, причем он был подполковник, по-моему, НКВД, который, значит, весь в ранениях, одну руку, руки лишился, и он письмо Сталину написал. Такое, что вот примерно так, оно у меня есть, ну там копия, что товарищ Сталин, дорогой товарищ Сталин, я полностью доволен, ну уже пенсия по инвалидности, все, так сказать, государство все для меня сделало, но я понимаю, что я могу еще послужить людям, государству, я не могу сидеть спокойно, я окончил такие-то курсы, перечисляет, я там это по агрономии, вот, все, значит, я, говорит, я рассчитал, если вы позволите, так сказать, вот изложить, я готов доказать аргументированно, что я могу вывести колхоз там на, значит, так вот, что произошло после этого, а письмо сейчас, может, до какого-нибудь районного не дойдет, это тогда до Сталина дошло, и он, я понимаю абсолютно почему, потому что я сам такой человек по сути своей, то есть, и вот он был таким же, он даже не стал выслушивать и вот проверять. Он просто понял, что это за человек, да, что он точно такой же, как он. Да. И он выделил эти в 45-м, когда тяжелейшие, каждая копейка не считает, деньги эти. И уже в 46-м году или в 47-м я только вот колхоз миллионером стал, первый советский, да, в Белоруссии. Да. То есть вот это реальная история, по которой... И вот тот человек, который посмотрит, если он еще способен чувствовать, видеть, вот он поймет, почему же вот это чудо народ наш сотворил. Да. Вот потом... Это ни за какие деньги невозможно сотворить. Да, это вообще, это против. Это возможно сотворить, когда в унисон дышат вот эти тысячи вдохновленные единым мощным порывом вот этом жизни и в радости вот этой обоюдной радости, только обоюдной. С 30-го года, в 30-м году одновременно было заложено строительство 1500 крупнейших строек, таких как Днепрогэс, тракторный завод и прочее. А к 40-му году было построено уже 9000 заводов. Ну, представляете, что такое? И сегодняшний это наш просто... финансовый блок, у нас нет денег. Ну, это какие? Какой-то анекдот. Деньги, ведь это же просто информация. Конечно. Или на бумажном носителе, или на электронном. Информация может о том, не хватать... что произведено. Да. Это... Ну, может не хватать рабочих рук, может не хватать леса, вопрос, может не хватать земли. Но не может не хватать денег. Это же какой-то абсолютно... Нет, есть
тебя контролируют и не дают. Вот такая мера понимания, абсолютно, когда деньги считаются чем-то первостепенным, да, человек и ресурсы. Деньги – это отраженный свет вот этих ресурсов. Если, конечно, у тебя ничего нет, то ты деньги не можешь печатать. У нас все есть, но нет денег. Ну, значит, ребята, не дают печатать, не дают развивать. Правильно, Катасонов, да, кстати, да, в этом плане очень хорошо объясняет эту систему. Кстати, вы, наверное, знакомы, да? Да, конечно, да. Ну и, я так полагаю, ну, оценим, ну, единомышленники, вероятно, тоже. Ну, вот в части экономики, конечно, да, Катасонов. Но, к сожалению, вот и Катасонов, и mm-hmm. многие другие, да, они занимаются одним фрагментом mm-hmm. – экономика, да? Да. Но как... невозможно что-то изменить в экономике, оставаясь на уровне экономики. Это нужно абсолютно понять концепцию. Совершенно правильно. И да, в этом смысле, согласен, к сожалению… Катасонов, он нету глубины полной, не вот желает даже, вот, и более того, он, допустим, к нашим разработкам относится так, вот так, да? Да, потому что в конечном счете вот такие люди, как Катасонов, как Федоров, они не понимают, что их используют для, там, конечно, так сказать, ну, используют... важно, чтобы они, да, не говорили о других вещах, о системе. А тут можно. Теперь это уже все равно птичка вылетела. Что вылетело, то говори, и все, как раз наоборот, все, тоже мы... хороший психологический ход, да, и прием. Теперь все, что, да, то, вот что все уже... теперь туда. А мы говорим, ребята, о концепции надо говорить. Надо говорить о совершенно других вещах. С экономикой тут все ясно уже. Экономика предательская, тут не, никто с этим не спорит. Так а почему она такая? Это не потому, что надо, да, всегда ли экономические она была, законы так, что... принять. Надо, значит, понять, откуда и кто, и как управляет экономикой. А оказывается, над экономикой еще есть третий приоритет – идеологический, конечно, есть хронологический, исторический, есть мировоззренческий, есть полная функция управления, а вот это уже не хотят говорить, потому что так можно и страну изменить. Это же ведь, понимаете, вот такие, как Катасонов, да, как Федоров, да, как и многие другие. Вот я, когда выступал сейчас в Краснодарском крае, я эти вопросы там освещал, что, ну, Зюганов, он хорош, когда он знает, что ничего не изменится, потому что его задача, чтобы все сохранялось так и не менялось. Альтернатива, так, да, сказать. Ну, потому что, ну, у них, видимо, все обустроено, им отвели их клеточку, их кормят, поят неплохо, ну и все, и они знают точно свое. И поэтому они там, о, там, значит, такие-сякие плохие. И вот тут же мне один очень хорошую аналогию привел, говорит, вы знаете, вот у меня такой случай был, у меня, говорит, я когда шел на работу, забор такой металлический, и собака там, так собака прямо настолько злая, я проходил, она сожрать меня готова, набрасывается. Потом, говорит, вдруг этот забор убрали. Я иду, та же самая собака, а она меня увидела, миролюбиво хвосточком виляет, и никаких проблем. То есть вот, да, очень много у нас политиков, которые хороши, когда им клеточка отведена, хороши, забор стоит, и они знают, что не, ну, вот, прямого контакта не будет, и тогда они... Тогда, там, да. Это... А как только забор убрали, так? Кстати, вот совсем я другого мнения, в смысле, об одном другом, я считаю, политике, ну, вот, к сожалению, понятно, что сейчас не на высоком уровне, но мне кажется, вот я ощущаю, что это кристальный, конечно, чистый человек, это Сажа Умалатова, вот, если вы знаете, которая вот... Да, я думаю, что она была, но она была слишком откровенна для нашего циничного века. Вот то есть, да, это чуть ли не единично противостояло. Да, причем да, у нас вот, к сожалению, есть люди, вот, но сейчас, конечно, появился тот механизм, который, как мне кажется, не на руку сыграл нашим вот этим товарищам, так сказать, в кавычках, из мирового правительства, а именно интернет, потому что он... не полностью под, не подконтрольным. И информация, самая, так сказать, большая в наше время ценность, которая, так сказать, она стала им не подвластна. Значит, вот, ну, монополию потеряли на информацию. Очень серьезную тему вы затронули, потому что вот до этого реализовывалась система так называемого программного управления. Да? Программа писалась, потом она загонялась в телевизионные ящики и, соответственно, программировалась все вперед. А теперь что получается? А теперь они запускают эту программу в телевидение, включаются социальные сети –
и пошло совершенно в другую сторону. Более того, люди начинают понимать, как работает та система, по которой вот можно управлять людьми. Ну, то есть они уже кто не ленивый, кто, так сказать, пытливого ума, уже может понять вообще вот, собственно, вот... Да, кто и зачем врет. Вот многие сейчас смотрят телевизор только для того, чтобы понять, проанализировать, что они врут и зачем, вычислить, чего же они тогда хотят, если они врать начали в эту сторону. То есть вот примерно такое идет восприятие. Да. Собачка... Если ее ведешь на поводочке, она такая злобная, на всех набрасывается там вот, а как только и без поводка, она такая миролюбивая, дружная. То есть вот многих политиков сейчас ведут на поводке. И когда они ошейник это чувствуют, значит, все нормально, хозяин есть, защитит, и они тут, значит, вот начинают как бы громко. Вот у меня была такая ситуация как-то один раз давно, это было с Жириновским, когда он вдруг утратил контакт с Ельциным, и вот попросили там встретиться, и мы с ним долго беседовали, ну и вопрос, собственно, его сводился к тому, что вот что делать-то, то есть Ельцин раньше все говорил четко, что надо сказать, и кого как поругать, и на кого наехать, и вдруг он ушел со связи, то есть вот, ну, поводочек, Жириновский был такой, может быть, самый доверенный человек у Ельцина, кто наиболее... адекватен был, отрабатывал все до последнего слова. Ну, так же, как и сейчас. Вот. Ну, потому, про него очень хорошо, со свойственной прямотой и теми моментами, вот, которые были, когда только как политик Жириновский восходил, вот, Сажа Малатова, та же про Раскова, очень интересный, который становится еще больше о этом человеке, много чего понятно, интересного, о сути, о том, как все... Но это, конечно, я скажу, редкостный, конечно, человек. Женщина, как женщина вообще уникальная. То есть, такой, это, конечно, многим мужчинам бы то духа бы набраться и ответственности, и вот силы характера, как ей. Коль уж мы говорим, и сегодня затрагивали тему о родовых там, поместьях, о славянском прошлом, вот о нашем наследии. Проект «Анастасия», вот то, что «Звенящие кедры России». Mm-hmm. Вот пару слов, как вы... Ну, да. Проект «Анастасия», на мой взгляд, это уже... покруче Рерихов будет, да, хотя из того же места, за мой крышевался. Он уже адаптирован к современной вот этой мощной системе. Ну, на мой взгляд, это очень серьезный проект, который разработан при участии Швейцарии. Мы говорим, есть, значит, Вашингтонский обком, есть Лондонский ЦК, но есть еще Политбюро, которое в Швейцарии находится. То есть подобные проекты не доверяют, конечно, ни Лондону, не Вашингтону. Ага, то есть там, вот. Это очень серьезно. А в чем здесь проблема? Значит, у человечества в целом на определенных этапах бывает какая-то вот идея, которая овладевает всеми умами. Вот в начале 20 века это была идея справедливости. Она просто объективно вызрела в человеческом обществе. И нужно было подбросить какую-то ложную обманку, на которую бы клюнули, что «о, наконец-то». Наконец-то. Поэтому Запад разработал вот этот марксизм, который не имел никакого отношения к реальной жизни, и эту дохлую кошку подбросили России, чтобы вот для чего, а чтобы дискредитировать эту идею. То есть нужно тут, так скажем, дарвинизм, марксизм. Вот это, ну это да, да, дарвинизм, как бы, марксизм – это единое целое. Конечно. И марксизм – это, мы говорим, светская разновидность Библии вообще-то. Главная задача марксизма была сокрыть вот ростовщичество, потому что они свели к противоречию между якобы наемником и собственником, хотя они друзья и братья, они друг без друга жить не могут. А банкиры остались за кадром. Вот, собственно, суть марксизма. И эту прививку сделали. Теперь говорят, что ну, чего вы там, это мы уже проходили, типа, справедливость. Да. Вы хотите так, как было при Советском Союзе? Не-не, да. Не надо там. Это невозможно. Так это вот, не будет, то же самое на сегодня, на мой взгляд, в человечестве в целом вызрела вот эта идея необходимости прямого контакта с природой, что основное, что человек может почерпнуть для себя, оно уже Богом создано, заложено. Конечно. Мы можем только какие-то жалкие подобия придумывать того, что сотворено. И то, что посредники не нужны здесь. Да, и всем понимают, что, ну, почему это вот, скажем, человек, который там, ну, скажем, его за пьянку выгнали из военно-морского флота, сейчас он одел там
крест повесил, халат там, и теперь я к нему пойду, что ли, помоги мне с Богом связаться. Он-то что, получил лицензию какую-то, или у него мобильный телефон. Я или тоже... эти атрибуты правят, так сказать. Да, я, в общем, я вот логики не понимаю. То, о чем Толстой очень хорошо в свое время. Так вот, все сокрыто в природе, да. И сегодня, на мой взгляд, именно из Швейцарии был разработан вот этот проект «Звенящие кедры России», потому что чувствовали, что это в России может появиться. Как-то эту идею надо подбросить в ложном виде и дискредитировать ее. И вот давайте там каждому по гектару, давайте там все, там вот природа, то-то-то-то. То есть там вроде много было интересного, захватывающего, но конечно, эта цель какая? Каждому по гектару. И я вот знаком очень хорошо и с основоположниками, и с Мегре встречался. Вот. И что получилось? Да вот эти сами основоположники, они получили по гектару и начали строить там. Потом они друг другу начали дома поджигать. У того же вот их там лидера дом сгорел. И потом между собой скандалы. То есть каждому по гектару это же не цель. Это же надо же думать, как жизнь совместную организовать и отношения между людьми. Вот. Поэтому, на мой взгляд, это... именно такая, как и марксизм, ложная такая подача этой идеи с тем, чтобы потом дискредитировать. Ребята, вот видите, в городах жили и будем жить, потому что вот попробовали там, и ничего там не получилось. Раскандалились там. То есть для наших зрителей просто так вот такой момент скажем. То есть сами идеи как бы глубокие, вот те, которые это как мы о чем говорили, что 90% вот правды, но тут вот такую сдают червоточинку и уводят людей как бы в сторону. А потом люди скажут, так это мы вот, проходили, все, это уже без нас. Значит, этого Генри Форда, он же тоже вот писал о том, что уже больше 100 лет назад понимаешь, что вот эти города, миллионники, строящиеся небоскребы, это неестественная среда для человека. Он описывал, понимая, что истина, правда, в этом смысле в том, да, мы не можем технологические прогнессы, и не надо, потому что мы можем мир посмотреть, увидеть, главное, природу не губить. Но как? Должны жить небольшими поселениями такими городского типа, значит, где деревня, где село, земля, которая тебя кормит, чтобы ты был независимый и свободный человек. Но создавать вот эти кооперации некие, когда разделяя труд, так сказать, на разные, и мы можем, так сказать, если это все в единую будет систему воплощено, так сказать, подчиненную вот единым, так сказать, образу и пониманию, как структура это работает, чтобы потом просто производить в любой точке продукт нужный и обменивать эти продукты, так сказать, по сути, посредством денег, там, неважно, но это всего лишь деньги, это как временная мера стоимости товаров и услуг, по большому счету, так сказать, в этом смысле. Поэтому анастасиевский проект, он действительно, некоторые просто, вот есть люди, которые подвержены вот этой крайней форме, ну, такого, скажем, фанатизма, когда они в абсолют возводят, ну, как и Рерих, вот почему мы говорили, я понимаю вас, вы имеете в виду вот это, именно вот эту сторону, что она опасна в том, что человек может целиком, вот как белое и черное, вот все воспринять как истину в последней инстанции и ни о чем уже не думать, зацикливавшись, так сказать, в этом. А в целом, есть и другая сторона, и это медали. Они все правильно рассчитали, только одно не просчитали. То, что это откроет генетическую память русского человека, и то, что Анастасия, они хотели увести в сторону, и у кого-то это удалось, кому-то, но очень большая часть людей, вот даже вот с ребят, с которыми мы встречались, они же тоже все это знают, и очень у многих, правильно, с этого началось познание вот вообще истории своей отечества, памяти предка, вот это вот. Но ведь эти люди перестали пить алкоголь, табак, перестав пить это, а человек настраивается на волну вот этой восприятия информации, так сказать, естественной от природы. И эти люди, многие пошли не по той тропинке, куда вот, так сказать, вот хотели в конечном счете завести управленцы, а они открыли для себя и вот эти вот, так сказать, славянские вед. Пусть некоторые из них тоже, понятно, представители тоже уводят людей, для этого и были поставлены. Кстати, вот, ну уж, чтобы полная картина совсем была, просто наш смотрит, и некоторые, кто в родноверии, понятно, вот есть такой Патер Ди, да, вот этот, так сказать, человек, но обладает огромными знаниями, безусловно, то, что он говорит, много ценнейшей информации, но есть один, вот такие вот мелочи, которые мы вроде мелочами считаем, но они говорят обо всем или о многом, как вот мы уже про Сталина сказали, только в противоположную сторону. Ну, вот если человек говорит, считая себя там волхвом, жрецом, так сказать, что он вещает вот эти добрые, светлые и так далее, и в мир учит людей традициям, культуре славянской, вот эти памяти, наследию,
Но он, как потом выяснилось, я был, пьет и курит. Ну, о чем? И это пытается еще обосновать это, мол, вот, выш, волхвам, так сказать, мол, что они трансформируют это что-то. Извините меня. Ну, да, то, да, если да. То, что уничтожает миллионы людей, что-то там трансформирует, и ты из этого абсолютного зла делаешь какой-то, да, это абсурд, это противоречит закону. Mm-hmm. Поэтому здесь сразу надо задуматься, но это абсолютно, конечно, не значит, что надо сразу перечеркивать все, что просто надо разумно думать и сопоставлять. А если человек, конечно, может. Ну, то, что, конечно, вот такие движения, как «Звенящие кедры России», «Анастасийцы», в принципе, туда собираются очень хорошие люди. Хорошие думающие. Люди. Так вот, чаще всего задачка-то стоит их как-то отделить, собрать от и увести из жизни. Да, то есть, чтобы они там занялись чем-то, чтобы своими делами. Чтобы они не стали на руководящие, да, должности. Потому что они ведь могут вот, изменить что-то. Очень серьезно поменять жизнь в мире. Конечно. А создать для них такой свой мир. Пусть живут там, да. Сказать. И они там в лесу, там все, и слава богу, их изолировали. Слава богу, изолировали хоть таким способом. Да, поэтому вот в этом опасность. Мне хотелось бы, чтобы правильно меня поняли, я вовсе не против. Конечно, нет. Я говорю о том, что это очень важно, это необходимо. Вот там, так сказать, народные наши обычаи, там жизнь с природой, танцы и прочее, прочее. Но цель-то конечная какая? Цель в том состоит, чтобы мы все-таки сформировали концепцию жизни государственности нашей. Потому что если мы даже организуем жизнь для 100 человек, то рано или поздно здесь появятся люди, говорящие на ином языке, и попросят нас оттуда. Вот в чем вопрос. Поэтому, чтобы мы не пытались укрыться за забором каких-то хороших идей. Я считаю, что это надо вот во что превратить. Показать тем самым людям, миру, обществу вокруг себя, что вот эти эко-поселения, ребята, которые создали вот это, что они показали новый альтернативный путь развития вот этой техногенной цивилизации. Когда не фанатично там что-то, только костер, когда мы можем достижения те технические и прочие, но на благо использовать с минимальным или вообще без вреда, что лучше природы, чтобы на увеличение там коэффициент производительности труда, но на увеличение того же времени, высвободившееся для развития уже духовного и прочее, и показать, что можно на земле и зарабатывать, и прекрасно жить, а не только, так сказать, в городах, образ, мечта менеджера в галстуке за компьютером, так сказать, в этом. Это же абсурд, потому что не могут быть все менеджерами. Это не производительная сила в той же экономике, по большому счету. Это те же посредники, лишние едоки, по сути. Потому что когда вот кризис ударяет, например, какой-то, в очередной, и руководитель тут смотрит, чешется, вот пошли убытки, уж кто лишнее звено смотрит, вот можно обойтись без простого человека, ну тот, кто вот, что называется, на земле, никак не обойтись, потому что ты ешь всегда, а без этого можно обойтись. Вот. Да, вот поэтому мы, вот разработчики концепции, это главное, мы видим самого человека. Самого человека. Не производство, не промышленность, человек сам, потому что, ну, в конечном счете, если бы нам как-то удавалось бы эту задачу решать, то потребитель может управлять производством, да? Вот перестали есть мясо, да. Все, разорили все эти компании, перестали курить, разорили всех табачников, вот где ключ-то. Именно, как Углов говорил. Я верил, он говорит, я верю в русского человека, что будет такой момент, когда ему будет наливать и даже деньги за это будут давать, а он не будет пить. Ну, да, да, это да. Вот очень хотелось бы, ну от нас, что значит верить, это мало верить, это надо, чтобы каждый из нас, да, если понимает, насколько это важно, чтобы настало такое время, чтобы каждый из нас что-то сделал практическое для этого. И, в принципе, ну, да. Я думаю, что мы каждый на своем месте ну, делаем. У каждого, конечно, должна быть какая-то идея, уходящая далеко за пределы его жизни. У меня спрашивают, какие жизни. У вас? Я говорю, ну, вот одна из задач, которую решаю, добиться того, чтобы в нашей стране не осталось человека, который употребляет алкоголь. Ну, наверное, я не решу за время своей жизни, но это задача, на которую я работаю и делаю, что могу. Вот у меня, допустим, и моя семья, и костяк там ребят в университете, это люди, которые реально в течение жизни не сделают ни одного глотка алкоголя. И у меня в этом большая уверенность есть. Я считаю, что вот, именно вот такие цели, они и должны вести к, в общем-то, в конечном счете к результату, когда изменится жизнь страны в целом. Я более того скажу, что я, а кстати, вот вы сегодня conceptual.ru говорили, ну там так, Антипин Виталий, наверное, знаете, вот, да-да. Конечно же. Я, знаете, как интересно, я познакомился с ним.
читаю, а меня уже Жданов Владимир Владимирович познакомил с Угловым, тогда он был, вот, 25, трезвенческое движение, юбилей был в Красногорске, вот он приезжал, у меня останавливался тоже там, значит, в Подмосковье, ну, под Зеленоградом, вот, я мы тогда с ним познакомились. Интересно, Довгань тогда, говорит, я Жданов говорит, а можно Довгань тоже приедет? Я такой говорю, ну, можно, ну, вроде как, ну, пусть, а вот, знаете, вот как-то вот... Ну, я допускаю, человек может меняться, понятно, так сказать, вот, ну, то, что... Ну, с Довганем у меня тоже были личные контакты. Последнее крупное такое публичное, я имею в виду, Углова тогда было вот такое вот выступление, когда действительно он прям оживился, потому что почувствовал, знаете, когда человек чувствует, что вот эта нужность, да, свою, и вот это, конечно, окрыляет человека, это дает силы, это большое дело, вот это вот создается, когда вот это общественный такой эгрегор, вот и... Люди, особенно когда он светлый, чистый, когда он вот высокие порывы душевные. Да, мне тоже часто вот молодежь, ой, Ксечь, вам спасибо, вы изменили нашу судьбу. Я говорю, это вам спасибо, ребята, потому что если бы не было вот таких примеров, то тогда я бы не понял, зачем я живу. Вот. Я живу только тем, что вот вы меняетесь. И вот, да, и вот Жданов в свое время, ну действительно, ведь огромное дело было сделано, когда вот эта группа молодых, ну тогда еще вот людей, вдохновленных, да, теми же вот данными, которые Углов дал в лекции своей известной, той вот 83-го года, об алкоголе и последствиях употребления алкоголя. И когда они посчитали своим долгом гражданским, так сказать, ну, что мы не можем оставаться как патриоты своего отечества в стороне, и мы теперь просто мы обязаны, узнав, ну, не знали, когда это одно дело, но когда узнали и поняли, что это есть оружие геноцида, генное оружие, уничтожающее наш народ, как я могу оставаться в стороне, значит, я первый в эту секунду для себя уже должен принять решение, что ни грамма этой гадости в моей больше жизни нет, и моей семьи, естественно. Второй, вокруг себя, насколько могу, правильно, изменить, так сказать, как и было, пошло. И вот сотни тысяч людей, молодых, которые посмотрели эти лекции, те же, да, вот, изменили себя, по крайней мере, с чего начали? Перестали пить алкоголь, табак, а дальше дело, само собой, природа взяла. Ну да, но главное здесь понять, что это не цель, а это способ решения каких-то задач. Пусть даже сначала человек и поймет, как цель. Да, хотя для начала как угодно. Потому что когда вот эти мощнейшие сети вот этого действительно змея перестанут виться вот над горлом человека, он потом и проявнет, и прозреет, и увидит все многое, что вокруг него происходит. Согласен, абсолютно. Это, как говорится, вот, дай бог, чтобы началось с этого. Ну а потом уже вот, так сказать, да, действительно. Вот, поэтому много людей, которые сейчас действительно в каждой своей области, ну или вот в какой-то части в сфере жизни вот, пытались и смогли помочь многим. А дальше люди друг другу помогают, ведь идет информация, так сказать, сейчас ее уже не удержать так или иначе на тех или иных. То есть точка невозврата, я считаю, да, наверное, все-таки пройдена, когда уже информационной вот этой блокады и тотального контроля вот этого вот информационного. Нет, действительно, сейчас такие темы, вот как модным становится среди молодежи не пить, не курить, это, в общем-то, этого очень многие боятся. Да. Вот, модным становится сыроедение. Да. Я просто смотрю, вот, начиная по своему сыну и кончая многие его знакомыми. То есть просто становится модно, ну, это в конечном счете. То есть, ну, правда, на уровне понимания уже, конечно, у многих это идет. Дальше ведь пойдет это именно на уровне моды. Это очень важно, такие вот иногда. Важно, в широких толчки, на уровне вот гламура где-то уже пошло. Потом, и, кстати, на уровне, что интересно, смотрите с разных сторон, спортсмены уже начинают понимать, что я просто не достигну таких результатов, если я не перейду например, в легкой атлетике вначале, ну где там на выносливость просто, да, однозначно, потом уже в силовых, тот же вот воевода, который, так сказать, уже, ну, очень интересные эффекты описывает, когда, так сказать, он там не на полном сыроедении сейчас, но, значит, весенний, осенний, летний период, он, так сказать, да, вот. Ну, спорт, к сожалению, тоже, вы понимаете прекрасно, понимаю, что конечно. Это антинародная штука такая. Физическая культура, спорт, это спорт физическая это... Физическая культура. Для горожан она необходима. Но, я хочу сказать, это всего лишь физическая культура, так называемая, ну вот в виде простого спорта, такого для себя, что называется, а не для результатов. Да, потому что двигательная активность, она однозначно увязана с интеллектуальными возможностями. Нет, я вот хотел что сказать. Это
всего лишь суррогат физического нормального труда, естественного на Земле. Ну да. На каждый день. То есть на Земле труд созидательный, он человек, грубо говоря, крестьянин, он тебе и философ в одном лице. Он тебе и... Кстати, вы замечали, вот было такое, я смотрю, вот очень многие люди такие, знаете, мудрые, намудренные жизненную, вот именно жизнью, не то что-то. Они вот говорят так, вот ты смотришь на поле, что называется, вот спаханное поле, ты можешь смотреть, да, вот как на огонь, на воду, вот, да, и оно тебя, ну, такой на лад, жить хочется, ну, то есть что-то такое творить, делать, то есть на философский лад, да, на такой настраивает, и ты не можешь не мыслить, не мы. Это я вспомнил Лезгов-то, он говорил, счастлив тот, кто не знает запаха вина, табака, азартных игр и спорта. Это человек, в честь которого назван Университет физической культуры, спорта и здоровья в Питере, но он понимал вот эту пагубность спорта, вот этого профессионального для человека, для человечества. Ну, это опять И управление. Сила слова – вещь поразительная. Порой, когда она, порой нужно самые простые слова найти, но правдивые и искренние, когда особенно молодой человек, ребенок, вот подросток, да, у него еще душа не черствая, он еще чувствует многие вещи, как... Просто я вот сам в свое время, ну, как меня, я вот скажу так, мне руки вот в 2004 году вот эта лекция Жданова попала. Я считаю, самая сильная его до сих пор лекция, которая называется «Алкогольный, табачный, наркотический террор против Святой Руси», которая идет 4,5 часа и заканчивается вот телегонией. Это самая сильная. Она не очень хорошо качество, но вот кто вот зрителям нашим скажет, кто вот хочет сподвигнуть своего ближнего к осмыслению того, как он живет, и вот что есть алкоголь для человека, и как для нации, и для отдельно взятой. Именно найдите эту лекцию, у меня, кстати, в блоге тоже она есть, там, значит, и посмотрите именно ее. Это самая сильная лекция Жданова, которая ни одна другая новая вот целостно так не берет за душу. Это я скажу вот даже так, что я человек, который никогда в жизни ни грамма не выпил никакого, естественно, не курил, то есть вообще ни грамма во рту не было, то, тем не менее, я, посмотрев эту лекцию, я всю ночь не спал, вот как то, про что он там, про одного священника говорит, который, так сказать, ну, значит, и потому что за душу человека взял. Я буквально со следующего дня стал этой лекции, вот, да, поручил, ну, своим сотрудникам, записывать, мы людям раздавать, причем там, кто ко мне не приезжал, по каким разговорам, я вот, и я знаю, сколько людей потом изменило свою жизнь. Причем, когда меня даже в школу пригласили как-то в ту, которую я в свое время учился, а еще там была уже такая, вот она сейчас уже на пенсии, но еще старая учитель биологии, она мне дала два урока спаренных своих, чтобы я лекцию о алкоголе вот эту сделал. Я ее, помню, прочитал, это уже, это был 10 класс, а 10 класс, ну, ребята, это когда сидят друг перед другом, ну, знаете, как коллективные, значит, когда подтрунивают, да еще подшутить, это тяжело психологически, но... Я, это не то, что я вот о себе, я о мысли, вообще о слове человека, о том, как это важно. И я, когда, у меня ни одного смешка не было. Но, потому что тема эта не смешная. И с этой темой, я считаю, большая психологическая ошибка допускать любые виды смеха. Там, поэтому вот в плане, там вот есть у даже Владимира Юрьевича такой вот момент, когда он там вот, шампанским, вот, вроде смех в шутку. Это уводит немножко от вот эту единую... В общем, что там было? Не в туалет, меня даже никто... Потом урок уже второй закончился, не перерыв, ни одного вообще шороха, чтобы даже... И урок, они уже на последний предмет, на историю идут. И вот перебегают вот несколько девочек, как, ну, девушек, говорят, Юрий Андреевич, говорит, я знаю, не успели, да, потому что надо 4 часа минимум, что даже в темпе вот это все объяснить, и то открыть, так сказать. И вот и они говорят, мы учительнице сказали, мы хотим дослушать, и она не против, можно ли... Я прихожу, она говорит, ну вот еще 15 минут, я говорю, весь урок, здесь перемена, никто не... А потом мне вечером звонит учитель биологии, вот, Наталья Александровна, говорит, что, говорит, было, потом я говорю, что такое было, а говорит, вот это, они не домой куда-то разбежали, с 11 классом переговорили, с другим, говорит, а можно, говорит, мы в актовом зале, приведем других из других школ, друзей своих, видите? А один, знаете, что произошло? Это вот я считаю... Вот что сподвигло, это как, знаете, в тех лучших таких вот комсомольских традициях, когда вот он взял пачку сигарет один, вот, а там урок вела заучен, он говорит, я вот перед всеми хочу вот поклясться, ну, как себе, вот как, что я к этой гадости в жизни не притронулся, положил на стол, видите, вот. И я вот считаю, что если кто-то может что-то в этом ключе вот что-то вот сделать,
в кругу своей маленькой компании, да, в кругу у кого-то есть там группа ВКонтакте или что-нибудь, так сказать, сообщество какое-то, да. Нести эти вот важные, необходимые для нашего общества, для нашего народа вот эти знания и информацию. Это, наверное, самое главное дело сегодня – это передовой фронт, да, борьбы, да, за будущее. Потому детей что наших, если и... у человека молодого, когда он так еще тонко, вот эти молодые ребята, они… Душа у них очень тонко чувствует фальшь-ложь, когда они, во-первых, чувствуют, что это искренне абсолютно, и когда они понимают, что так все просто на самом деле, как эти люди уже не будут потеряны, они уже даже если сейчас еще, да, их погрузит эта сфера жизни, это быт, который они опять завтра, сегодня они так устроены психологи, но у них уже зернышко заложено внутри, глубоко в душе, что потом обязательно оно прорастет. Рано или поздно, второй раз они в жизни соприкоснутся с этой информацией, третий, там, когда. И у них уже это будет вот на подсознательном уровне, и они уже потом ну, спасутся, может быть, а вокруг и себя спасут, да, других. Ну и вот я хотел, да, сказать, наверное, в завершение, что, да, на мой взгляд, это очень актуально для Псковщины. Именно тем здесь вот народ такой очень серьезный. Дальше, Псковщина, она ведь так устроена, что здесь она всегда стояла на защите рубежей на русских. Крае, да. И они либо воевали, либо в перерывах между войнами между собой тренировались, что называется, народ. Вот. Но я хотел, Юрий Андреевич, сегодня вам сказать огромное спасибо за то, что вы делаете, потому что для меня вот, ну, как-то одно дело слышал, там смотрел, и другое дело вот встреча с вами, и все увиденное сегодня, это, конечно, эффект для меня просто. Я даже не верю, что один человек вот способен такое задумать и за такое взяться. Так что пока вот такие богатыри, как вы, есть на земле русской, я думаю, что у страны хорошее будущее. Я рад вот той случайности. Действительно, наша встреча, она такая чисто случайная. Вот мы вначале со Станиславом так случайно, да, вроде бы как-то повстречались, потом вроде как он случайно с вами. И вот завершилось это нашей что случайной встретились, сегодняшней, да, встречи. Да. Да, так что я считаю, что вот я надеюсь, это вот, ну, как бы начало, потому что я думаю, что, ну, нельзя, когда уже вот так вот все, ну, да, и мысли, так, и желания, и люди. То есть явно есть там какой-то замысел в отношении этой встречи, она не просто так. Однозначно. Так что я от всей души вам хочу успехов пожелать во всех ваших делах благородных, но с своей стороны хочу заверить, что вот чем я смогу, и чем я буду полезен вот для вас, благодарю, я просто благодарю, гарантирую, что всегда найду и время, и возможность. И вы, знаете, приезжайте, и как-нибудь, вот, может быть, знаете, уже не так вот, чтобы, вот, ну, понятно, это, ну, да, череда дел. Ну, летом я буду в отпуске, вот, может быть, там времени побольше будет. Просто может позвоните там мне, и вот с радостью приму, и, так сказать, мы с вами тут. И, знаете, я вас познакомлю с очень интересными людьми, которых мало тут кто знает. Во-первых, это ребята вот такие, которые сохранили дух, вот Гещенко, вот это вот дух не денежный, а вот, вот этой вот атмосферы Пушкина пронизанной, настоящие, подлинные, вот эти художники, вот эти ребята, которые тут кордон есть такой, так называемый, и там вот бывший первый кордон, который это еще там есть тот, кто, он местный, ну, лучший, я считаю, краевед, который знает вот, потому что он живет этим, и они сохранили вот этот дух, это, погрузитесь, я просто, я побывал, это люди, вот, так сказать, оттуда пришедшие. Вот я думаю, будет тоже вам интересно это очень. То есть вот с такими. Спасибо. Да. Спасибо большое. Ладненько.